Итак, друзья, всем привет! Начинаем сегодня играть в игру Pleasure Tale Innocence. Innocence, не знаю, как правильно. Значит, что у нас по игре? Игра рассказывает нам о сестре и брате в 1348-1349 года, которые пытаются спастись, как бы сказать, от погони за ними инквизиторов. Вот больше рассказывать ничего не буду, потому что как бы иначе это будет спойлера. Вот, единственное, что скажу, значит, время чумы, время крыс, средневековье. Ну, вот там и все это будет происходить, в общем. И все на этом будет завязано. На крысах, средневековье и на наших героях. Вот. Игра, в принципе, сделана французами, конторой Особо Студио. И скоро будет продолжение, вторая часть. И решил я, как бы, под это дело замутить прохождение первой части. В эту игру я уже играл, проходил, но с удовольствием сейчас играю еще раз, потому что игра действительно интересная. Так, начинаем. Прямо вот с самого начала, прямо вот здесь вот я уже видно, что вот я играл, все пройдено. Пустая ячейка. Новая игра. Здесь все нормально. Звука, саундбар, стереоколонки, вариант интерфейса стандарта. Все. Сейчас со звуком разберемся. Наследие Дерунов, глава первая. Загрузка, все нормально. You are dawdling, Amicia. How will you be able to follow the lords at hunt? Is that your only ambition for me? А, да, да, ты не по-русски же. Вы только к этому меня готовите, следовать за вами. Я обойду всех и умчу вперед. Они будут что-то там. Но до этого мне понадобится, блин. Why here? Which tree? The apple tree, father. I want to take the knight's challenge. Короче, да, я забыл, что здесь нету русского языка, здесь только субтитры, которые иногда летят очень быстро. All right, let's go. Да, летят они очень быстро, субтитры. Иногда они, получается, белые буквы на белом фоне или на цветном фоне читаются очень плохо. Ну, как бы, блин, делать нечего. Буду стараться что-нибудь прочитать, либо что-нибудь рассказать. Здесь, короче, начинается с того, что это наш отец. Мы играем вот такой вот девушкой. По истории игры ей что-то около 15 лет. Поехали мы с отцом, короче, погулять. Взгляните на Леона. Ха-ха, все его рвение объясняется голодом. Well, there's something you both have in common. Значит, у вас есть кое-что общее. Ты дерзишь. Давай, мальчик, ты найдешь добычу, я в тебя верю. Let's keep going. Не слишком ты надейся, идем. Мы ненадолго. Look. Смотри, ленточка твоей матери еще здесь. Здесь я посватался к ней. Да, отец, знаю, жаль, она не смогла пойти с нами.
У каждого свои обязательства, Амиция. Твой долг в семье. Да, я с тобой разговариваю. Ага, ваша воля, закон Шевелье Деру. Вперед, и добудь наконец хоть что-нибудь. Так что я говорил, у всех свои обязательства. Я распоряжаюсь этой землей, твоя мать заботится о твоем брате. А я вас так мало вижу, а с матерью мы видим и того реже. Послушай, мы здесь ради тебя, так что... Follow me, daughter. За мной, дочь. Wait. Эй, подождите. Надеюсь, прощал тебя с собой. Конечно. Come on, then. Do you dare to enter the trials gate? Осмелишься ли ты войти во врата из... Амиция, да. Эта яблоня была посажена в день твоего... Что-то там она... Ох, ребята, это пиздец. If you destroy six of these rotten apples by the time I count to 10, I will make you a knight. I accept your challenge. I can see some stones near the trunk over there. Go and get them and tell me when you're ready. Я лучше читать это все не буду, если что, вы сами прочитаете, да, я просто смотрю и на картинку, куда идти, и как бы на текст мне очень сложно отвлекаться. Суть такая, что он ей придумал, что это как бы какой-то там яблонь какая-то, у которой отравлены яблоки, и нам нужно потренироваться в метании прощей. Ready. I'll show you, I'm not a child. И если у нас получится там за сколько-то секунд, за 10 секунд сбить 6 яблок, он посвятит нас в рыцари. Так, значит, ЛТ достать прощу, ну и РТ, в принципе, раскручивать ее и стрелять. Come on, Amicia. Seven. Сбиваем мои яблоки. And this is how Amicia becomes a true knight. There. Well, well. I must say I'm impressed. But your sling is frightfully noisy. It was a present from you. Oh yes. I'd quite forgotten. Goodness, what's up with him? He must have smelled the rabbit. Come on, quickly. You go ahead. I'll catch up with you. You're much faster than I am. Ну, тут он говорит, что мы молодцы, успели сбить эти яблоки, хорошая проща. Она отвечает отцу, что ну ты же это вы мне ее подарили. Собака лает, мы думаем, что она заметила кролика там или еще что-то. И он говорит, беги, а я уже за вами там следом. Лео! Вот мы, в принципе, уже... Самонаведение работает, потому что здесь иначе очень сложно будет все это стрелять, попадать. Но здесь дело не в самом, как бы, стрельбе. Здесь дело именно в истории, в самой игре, вот в этом все. Oh, gosh. Вот это унюхал. Вот он унюхал кабана. Вепря, вепря, написано. Amicia, did he find something? Shh. Come and see. A wild boar. Some game. This will do nicely for a little feast. I could use my sling. Well, that might work. But you'll need to get closer. This grass will keep you hidden if you stay low. Ну, учат нас, короче, прятаться в траве, рассказывают, что трава нас закрывает, прячет и так далее. Если мы идем тихонько, в присядку, о. Да я сомневаюсь, что на самом деле проща сделает что-то вепре, но хрен с ним, короче, просто мужик отправил свою дочку, блин, буквально, мне кажется, на смерть. Вепре может ее захерачить реально. Здесь у нас ничего не получилось, идем дальше.
нормально. Не должно было получиться. I'm doing my best. I want that feast. I know. You can do it, my darling. There you are. Nice shot. Does hunger always make you this accurate? But the feast isn't on your plate quite yet. No, no, no. Go, Leon. Don't lose the scent. I promise you, tonight we shall dine like kings. I have no doubt we will. Don't give up, Leon. Убежал у нас Шужин, мы его догоняем, попадаем в более мрачные уже такие места. Так, сейчас единственное, что сделал немножко звука потише, управление камеры, язык, звук. Общая громкость. Ну так, на 80 давай попробуем. Один хрен очень громко, да? Сделаем еще чуть-чуть. Играю в первый раз, поэтому сейчас настроимся и больше уже трогать это не будем. Раз, 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 раз. He stopped barking. He must have found it. Нормально, наверное. Значит, собака перестала лаять, видишь? Она думает, что он что-то нашел. His breeches were almost new. Someone's not going to be happy. The trees. What did that? Leo, come here! Он смотрит, что деревья, здесь что-то произошло. Видит труп. But how? Leon couldn't have done that. Leo, come here! Leo! Зови собаку, собака. I'm coming! Leon! Leon! What devilry is this? We must go immediately. Такая история печальная в начале. Собачки не стало. I shall organize a hunt. Go and find your mother. Tell her I must speak with her. She's probably looking after Hugo. Yes, of course. Amicia. He was a good dog. Where are the rivets for reinforcing the door? I haven't been able to make them yet. Так, ну, короче, в общем, приехали домой. Сказал он, что иди помоги матери. Она там что-то с братом сидит, с младшим. Ну и сказал, что Амице с Леон был хорошей собакой, типа не расстраивайся. Good day, Lady Amicia. Those new rivets will have to wait. By the way, то есть это у нас такая это богатая группа семья. Lady Amicia, did you have a good walk? Everyone is on edge. Later, Flo. Tell the others that the forest is out of bounds until further notice. Yes, I'll tell them. Keep us from evil. May you forever grant us health and keep plague from our door.
Давайте договоримся так, сейчас прямо, что я читать не буду, я буду читать про себя. И уже там, ну так, вкратце буду, кто не читает, тоже буду говорить, что там происходит, что, куда и все такое, потому что титры реально бегут очень быстро, читать и смотреть одновременно сложно. В общем, сейчас мы ходим по двору, он спрашивает матушку наверху. Да, она, значит, там, ну что, опять какие-то там припадки случаются, ну, малыш это имеется в виду, ее младший брат, ее сын. Did you hear what happened at the village? People being bitten. Kids too, can you imagine? Each time it happens at night? War on our doorstep, and now... Ой, не знаю, что это, не помню уже, что здесь куда. Давайте наверх залезем, посмотрим, что нам. Ну вот как раз все говорят, что ходят слухи, что людей грызут, кусают, и детей. И спрашивают, как так, только по ночам? Да, вроде только по ночам, все такое. Ой, что это? Cinnamon. I'd almost forgotten what it smells like. They were right to hide it. Father would put it in every dish. Ну, это просто такая штука. Здесь находишь различные предметы. Не для чего, просто так. Выполняешь ачивки. Все возможные предметы совершенно разные. И там можно почитать, что это такое, для чего это было. Это были специи. Хорошо, что их убрали так далеко, потому что запах у них очень сильный и резкий. Так, это помню. Лучше взять ничего. Игра, конечно, не свежая такая уже, скажем так, но при этом, блин, она очень интересная история. Рассказывается здесь. Ну и сам сюжет... А мне очень понравился, и как бы сама игра заслужила много положительных отзывов. Очень сильно хорошо продавалась, хотя компания, которая разрабатывала, не такая уж как бы известная. Тем не менее, сделала хорошую игру, и сейчас делаю вторую часть уже с более большим бюджетом и так далее. И говорят, что как бы, уже намного все будет круче. Father's orders. Oh, in that case, sir, I have to finish your room. By the way, I've left a little something for you on your bed. Come and see if you like. Ah, thank you. Кое-что оставил для нас на постели. Давайте посмотрим, может быть. В прошлый раз я собрал, конечно же, не все предметы в игре, когда ее проходил. А, может быть, в этот раз удастся. О, лежит. It's the placemat that mother made for me when I was a little girl. I've been looking for it everywhere. Thank you, Louise. You're welcome, sweetness. Look after it now. Ну, это не скатерть, салфетка, да, которую ей там мать подарила туда-сюда. Так, здесь мы уже были. Она ее потеряла, говорит, так долго искала, но вот она говорит, что не потеряй ее снова. Так, опять мы, наверное, не туда. Нам, наверное, еще может выше надо, да? Или нет? Или что, или куда? А, вот дверь, вот дверь, вот дверь. Ага. Пришли в комнату как раз брата, младшего брата. Там мать сидит, вот, пишет что-то. Mother, you know you're not supposed to be here. I know, but... Тебе сюда нельзя. Something attacked Leon in the forest. My dear, I really wish I had the time to listen to your adventures, but... But it's true. Leon was lying there on the ground, and then he was... Shh. You are to stay here with your brother. What? Why? What's Close happening? Close the door behind me and do not open the shutters, whatever happens. But... Hugo... He is not contagious. I realize you hardly know him, but he will be all right. Trust me, Amicia. Yes, Mother. В общем, там кто-то приехал с Шумгам, пойду посмотрю, а ты оставайся с братом. Но он говорит, ну как? Потому что она с братом проводила очень мало времени, у нее какая-то болезнь, то есть в основном время проводила вот здесь, вот мать писала какие-то бумаги и так далее. Вот зелья какие-то туда-сюда.
Я не разрешали общаться с братом. How long has he been here? 4 years? 5? Mommy, are you there? It's locked. Come and see. Where is he? Hugo? It's me. Your sister? Amicia? Hello. We haven't seen each other much. Mummy will be back soon. Move! Come on! Did he talk? No, Lord Nicholas. He killed two of our men! Where is he? I won't ask again. Where is your son? In good hands. Search the house. Is that mommy? В общем, такая вот суета. Пацан здесь сидел 4-5 лет. Отца вот так вот убили, приехал инквизитор. Главный инквизитор, где твой сын, убили. Нам главное не попадаться на глаза, то есть и в основном игра в режиме стелс проходит. Пока мы пытаемся убежать, режут вообще всех. Сейчас рыцарь уйдет. Ищут Хуга де Руна. Хуга — это мальчик. Сбивает людей. Ну такая игра, она, да, у нее сюжетик, конечно, такой себе. Очень, я имею в виду, крутой, но очень такой печальный и жесткий. Он говорит, нам нужно найти маму, она знает, что делать. О, много раз, конечно, будем попадаться, я думаю, много раз будем переигрывать, но кто никуда не деться, здесь все как бы по таймингу, то есть нужно смотреть, кто куда идет, где останавливается, отвлекать внимание и так далее. Игра стелс в основном. Будут, конечно, моменты и трэша, нужно будет поубивать, еще что-то поделать, все в меру. Where do you think you're going? Мать, как всегда, вовремя. My children. Долго не думая, камнем по голове. What is happening? Что происходит? У нас все будет хорошо, слышите? Идем. По возможности буду все-таки зачитывать. Прям не могу устоять. Молча. Не хочется. Хуга, возьми сестру за руки и пойдем. А вы следом за мной, понятно?
We have to cross the gardens, Amicia. А придется пройти через сад, Амиция. Держи брата за руку и следуй за мной. Yes, yes. They are everywhere. Trust me. Они повсюду, доверься мне. Тут суть такая, что брата можно оставлять. Вот как раз-таки прячемся в траве. Брата можно оставлять, но ненадолго. То есть мы что-то, если он нам мешает еще, что мы можем его оставить, нажать кнопку, и он может постоять один в сторонке, но ненадолго, иначе он начнет бояться и начнет как бы плакать там и нервничать и все такое. Но за всю игру, по-моему, я его ни разу не оставлял, всегда все проходил как-то с ним и не пользовался этой функцией вообще. Oh yeah? You first! Listen, have a little think, and I'll come back later. And you! Don't die without talking to me first. Bastards! Всех пытают, пытаются узнать, где находится мальчик. Alright. We could have avoided all this. Никто не сознается. Just a boy and a bunch of peasants. How long can it take? Подданные с и у них. We have to get further away. Никого не сдают. Helmets in the grates over there. Your sling will give us away. I can throw it instead. Ну, здесь говорят, что нам не пройти, он палит, короче, стоит. И вот есть такие вот штуки, они там привозят, они где-то стоят, и там всякие эти шлема и так далее. И мы можем бросать камни. Не метать прощай, а именно просто бросать камешки. Чтобы отвлечь. Все достаточно просто, но тем не менее. Вот почти он нас заметил. Почти заметил. We need to go faster. So, the boy? He's hiding, but Lord Nicholas is tracking him down. He's the Grand Inquisitor's right hand. Could you hear that? Let's go. I'm going to see. Come back alive. We need you here. Какие-то монахи тут уже. В общем, она пытается узнать, почему все ищут брата. Когда камешки нет, некуда кидать. А, есть такие горшки, их можно носить одну штуку, а их можно питать просто на землю и вот так вот. Ой, не то я кинул. Выбирать надо, да, вот выбираем. Вот горшок, забыл выбрать. И также его кидаем. Показываю, кто услышит, там стрелка желтая. Если было бы два человека, было бы две стрелки, которые, ну, показали услышать тот и тот. Есть моменты, да, когда нам не пройти, не пролезть, и мы можем брата попросить, чтобы он пролез в какое-то окно, щель, дырку, отверстие и помог нам. Вот как сейчас это было. То есть он прошел, прополз точнее, и открыл нам дверь с той стороны. Пошли. Follow me. Сейчас достаточно просто, мы просто идем за матерью, здесь у нас. Давай. Вот начинается, видите, моя голова. Приступ. Слушай меня, Гуга, ты знаешь, как это бывает? Мои глаза, голова. Слушай меня, дыши и представь себе облако.
ты вдыхаешь и выдыхаешь. Вдох, выдох. Вот так, медленно. Мама, нам нельзя здесь оставаться. Дай ему немного времени. Гуга, тебе лучше? Я... Да, кажется. Надо идти, смелей, милый мой. То есть здесь момент, она ей сказала, что никогда не вот так не иди вперед, а всегда помогай брату. И она будет ему помогать. Подсаживать и так далее. Вот, например, вот сейчас поп. Все, молодец. Вот, спасибо, общаются, как будто ни разу не видели тебя. We can go now. It's too risky with Hugo. He's slower than us. There are bots over there. I could cross, make a diversion. Alone. Yes, you'd have more time. Вот, говорят, отпустите Гуга, чтобы как бы быстрее идти. Чтобы оставить его на месте, быстрее идти. Нам нужно вот дойти до горшка, пока тот отвернулся, и взять горшок и отвлечь его, короче говоря. Вот мы отвлекли. Он там что-то пытается рассмотреть. Мы позвали. И вот они перебегают. Nothing to report. Well done. Горшочек возьмем с собой еще один. Всякий случай. Пригодится. The garden gate. We should be able to get out of here. There's one guard left. The scarecrow. I used to practice firing at it. What? He will come this way. Yes, but we can wait until he goes away again. All right. Leave this to me. Вот о чем я говорил. Видите, мы прячемся в белой траве, белый текст, и я половину вообще, честно говоря, даже не могу разобрать, что там написано. Но суть такая, что, короче, надо, вот он стоит, палит, никак не пройти, надо его отвлечь, все. То есть здесь суть такая, что можно кинуть горшок, а можно ведро кинуть камешком. Вот ведро у нас поблескивает. Он пойдет посмотрит, но когда он пойдет обратно, он отвернется, когда он войдет обратно в свое место. И мы прошмыгнем. Камешки я подобрал, и... Вот выберу камешки, давайте, и кину камешки. Пам-парам-пам-пам. Go away. Get out of here. Давай, ну и все, вот мы идем. Короче, идея игры понятна. Вот таким образом мы будем пробираться половины игры. Половины игры мы будем их мочить. Милый мой, сюда. Прячься быстрее. Летит главный инквизитор в охрененном шлеме, злой дядька. Госпожа, они здесь. Амидза, ты должна отвезти брата к Лаврентию, к доктору? Да, он помогал мне с лечением Гуго, он присмотрит за вами. А как же вы? Вы должны пойти с нами. Ты справишься без меня, Амидза. Ты, но вы так нужны мне, вы нужны мне. Охренеть, злой дядька, рыцарь. Ну же, быстрее, идите до реки, она придет вас к Лаврентию. Мама, нет! И вот да, тут такая ситуация. Ну и мальчик, к счастью, этого ничего не видел. Первая задача, вот, нам нужно со всех ног просто бежать. Любое замешательство здесь буквально секунду, нас догонят сразу сзади и дадут по голове. Вот, все. Остановились мы на немножко, и это говорит о том, что нам нужно хануло. Просто бежим, обходим все препятствия. Давай, 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 давай. Тут левее, я помню.
Ну вот о чем я и говорил, видите, нас догнали просто. То есть здесь любое замешательство на секунду, и все. Буквально даже не на секунду, а на долю секунды, и все здесь. То есть нужно пробежать идеально, прям вот как в гонках на тачке проехать, короче. Попробуем еще раз. А, там говорю, что не отставай, не сзади нас, туда-сюда, беги быстрее, ну там, ну, мама, туда-сюда. Мужики кричат там, что лови щенка. Мама говорит, просто беги. Пытаемся найти маму. Не получится. А там какая-то суета происходит, какие-то взрывы, непонятно что, но потом мы поймем. Война какая-то. Вот так вот. Глава вторая. Незнакомцы. По-моему, это как раз-таки, ну, или нет, то, что-то они практически не знакомы с братом-то. По-моему. Незнакомцы. Да уж, брат с сестрой и незнакомцы. А может и нет, может это кто-то другой, я уже не помню, давно проходил. Как долго подгружают почему-то эти главы. The village must be further on. Someone there should be able to help us find Laurentius. Короче, скоро будет деревня. Местные, наверное, знают, как найти Лаврентия. Идем в деревню. Hugo. Гуга. Hugo. Гуга. Гуго. Когда мамочка узнает, что я упал в воду, это... Ой, ей это не понравится. Тогда не будем ей об этом говорить. Ладно, так, сначала нам надо обсохнуть. Аниса, зачем они хотели нас поймать? Не знаю, не хочу сейчас об этом думать. Попросим Лаврентия, чтобы он отвел нас обратно к маме. Да, конечно. Парнишка еще даже, ну, он не видел ничего, он не знает, что маму-то били. Меч там насквозь дверь профигачил. Гуси ходят какие. Где все? О, яблоки. Нет, но не трогай, они гнилые. Я голодный. Как ты вообще можешь сейчас думать о еде? Прибежал обратно. Походим, побродим. Здесь у нас что? Ничего. Здесь еще, значит, можно собирать предметы, а можно собирать разные цветочки. Это тоже просто так. Каждый цветочек мальчик будет срывать и вставлять как бы волосы сестре. Просто как бы ходишь, собираешь вот эти вот травы и ничего, просто для, так же для ачивки. Я их собирал, тоже все не собрал, все не нашел. Вот теперь вот, может быть, найду. В основном здесь все подсвечивается, все подсказывается, так что, в принципе, игра не вызовет никаких трудностей. Какие они огромные, они тебе ничего не сделают. Что это за звук? Они болеют? Просто причищают нос, идем, нам пора. Шапусики, лошадочки. Так, ну ладно, здесь ничего нету, вроде как.
Бог с ним. Проходить будем все прям, ну прям все как надо. Никакого фастрана, несмотря на то, что я даже проходил эту игру, все равно будем играть как в первый раз. Странно, что здесь ничего не нашли. Я думал, здесь что-нибудь найдем интересное. Но здесь уже бог. Никаких предметов, ничего нет. Да? Окна зашторены. Сено, солома. Smoke. There must be a lot of people. Дым-то, наверное, много людей. Ничего нету тут. Excuse me. Ну, понятно, что... Мадам? Подождите, там, прошу, подождите, пожалуйста. Госпожа, да что с ними? Пойдем сюда в сторонку. Зайдем, посмотрим, что здесь есть. Ну, что здесь понятно, я хотел сказать, что чума. Ух ты, я здесь даже и не был. I don't believe it. They're hiding. Они прячутся там про людей. Кто-нибудь? Вам ловить нечего, уходите. What has got into you all? I don't like this place. Мне не нравится это место. Что с вами происходит? Спрашивают ребятки наши. О, нашел. Мыло. Еще один предмет, который я до этого не находил. Потому что бежал напрямки и ничего не то самое. А сейчас я вот как бы второй раз уже решил вот немножко побродить. Ой. А, нам сюда. Оттуда мы пришли, сейчас попробуем дальше пройти здесь. Чума, чума, все прячутся, чтобы не заболеть, чтобы не подцепить. Все прячутся, все брошено. Слишком долго мы ждали. Говорила же, надо уходить. Куда? Мы все потеряем. Там кто-то есть. Тут заблудиться можно, слушай. Ну, люди там кричат, там всякие разговоры, что надо было уходить туда-сюда, как же мы все бросим, тра-та-та. Статуйки. Посмотри, на дверях кто-то нарисовал. Назад. Это значит, что в доме есть больные, ничего не трогай. А, им нельзя выходить наружу. Гораздо хуже, это значит, что мы можем от них заразиться. Так что хватит убегать от меня. Хорошо, извини. Ну, здесь так иначе, игра, в принципе, линейна, то есть мы здесь никуда не убежим, прям так, чтобы убежать совсем. Амица, яблоки на дереве, они же... Ох, они же хорошие, типа, наверное, хотел спросить. По деревне ходит зараза, вот все и прячутся. При возможности буду останавливаться, прям и читать. Реально не успеваю туда. Кажется, пахнет едой. Это что, ярмарка? Не похоже. Пахнет, скорее всего, трупами жженными. Мясом жареным. Good Lord. Ну да. Эй, вы, умоляю, приведите подмогу. Увидела она, короче, нас. Да будь я проклят, вот и остальные. Что? Нет, постойте, мы просто кое-кого ищем. Вы уже все нашли, эти грязные твари на вашу треклятую музыку вышли. А? Они заполнили нашу церковь. Это ваша погонь нападала на детей во сне, заражала этих черной мерзостью. Но теперь вы встретили Конрада какого-то. И вот что я вам скажу, это последняя деревня, которую вы заразили. Амиция? Бежим. Ну, то же самое, опять беготня, но как бы куда не денешься. Читать не могу. Типа, мальчик думает, что люди голодные, что-то вроде как я слышу по разговору, и типа они нас тоже съедят. Оп-оп-оп-оп-оп. Wait.
Они нас заметят, не двигайся, жди. Подожди немножко, тра-та-та, что там. Ищут, короче, их. Так, ладно, мы не будем. Мужик серпом ходит, врубаешься, да? Такому попадешься, хер знает, блин, что будет. Проходим. That's it. Almost. Так, почти. Not that way. Where are we going? Come on, just run as fast as you can. Дорогу я тоже не помню, поэтому просто реально сейчас как бы. Бегу, бегу как в первый раз, как говорится. Так, куда здесь, куда здесь? А, вот все. Толкаем, толкаем, толкаем. Давай, 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 давай. Ну. Давай, Гуга, блин, кто из нас мужик тут, в конце концов, она или ты? Все готово, запоминаешь. Так, камни, камни, это все камни. Так, тут нам не залезть, чё? А, ну вот надо иногда искать вот такие вот штуки. Различные, короче, и выходы искать, различные способы и так далее. А иногда способов, кстати, будет и не один на выбор, то есть можно поступить так, можно поступить так, например, можно убить рыцаря, можно не убить рыцаря. Там очень много всяких вариантов будет и так далее. То есть, как бы, мы будем выбирать, что делать. Не знаю, повлияет это на сюжет или нет, мне кажется, нет. Это просто как ачивки. Я так думаю. Well, we got out. Сохранилась so игра. Ну что, мы выбрались, значит, можно просто уйти, если они снова нас не найдут. Но у тебя же есть проща, ты можешь, сможешь нас защитить. Это не так просто, Гуга. Хорошо, окей, он сказал. О, все, сдавай. Зашибись. Так, нам значит сюда. Hugo, where are you going? Don't leave me. Amicia, come here, this side. Сейчас, 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 камешки у меня есть. Куда, чего? I found this, so you can climb up. Well done. I'll get it to fall. Watch out. Лестницу нам принесет или что? Что происходит? Я не помню. И чё? А, вон, ёлки-палки, вон она, видишь? Так что? Come on, come on. Ага, о-о-о. Well done. I was scared. Там типа второй этаж, как бы. It's my fault. You were right. We need to go home. We can't. Not without Laurentius. Он говорит, извини, что сломал лестницу. Он говорит, ничего, это была моя вина, все в порядке. Amicia, hide. Well, where the hell are they? Come. Amicia, прячься. We've surrounded the area. They were here a few minutes ago. The two of you surrounded the whole area. Get out of here. Call the others and get those. Conrad lost his mind when his kid died. We have to burn innocent people? Chase kids? Meanwhile... Did you hear that noise there? I'll see about that. Don't do anything foolish. Что, второй вот? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Прячемся, прячемся. Тревога у них проходит, но они как бы в тревоге будут следовать за нами. Вот видишь, он пошел, увидел, пошел. Немножко как-то кривовато я это сделал, но да ладно, горшки, горшки, горшки. Быстренько проходим. Oh, no, not again.
О, понятно, 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 побежали. В какую сторону, куда? Я не знаю. И я тоже не знаю. Вот сюда. Давай, давай, забегай. Заперто. Пацана вот просим, чтобы он туда залез. Здесь все, в принципе, кнопки показываются, все просто жмешь. Ну давай. Я пытаюсь, он говорит, быстрее, быстрее, ему замок не открыть. Там это. Я больше не могу, он говорит, пожалуйста, давай бежим, иначе нас, короче, прибьют, поймают. Сюда не будьте заходить, бабушка нас, короче, сюда спасла. Тихо, господи, это же самая чумная часть деревни, где они? Слушай, скажем Кондору, что потеряли их, я здесь торчать не буду. Ушли. Отдыхайте, детки, здесь вы в безопасности. Сюда они за вами не пойдут, вы все мокрые. А наверху есть одежда, переоденьтесь. Все в сундуке в спальне. Правда, спасибо. Добрая бабулька помогла нам. О, там что-то лежит на столе, надо посмотреть. Уже неплохо, ты как? Амиция, идем искать мамочку. Не сейчас, она велела найти Лаврентия. Но это глупо, нас поймают. Гуга, мы будем делать то, что она нам сказала. Разговор окончен. Гуга, подожди. Он будет такая вот... ситуация происходить, что он будет убегать, еще что-то. О, да, травы и благовония. Ладно, мама еще не успел прочитать и там, и тут. Наверное, тоже его типа собирал или что-то такое, наверное. Иной раз этот говнюк мелкий будет реально бесить вот этими своими скандалами и там еще чем-то. Реально будет момент. В пору, вот и хорошо, это внучков моих. Ох, меня Клерви зовут. А я Мица, а это Гуга. Скажи спасибо, Гуга. Спасибо. Клеври, что здесь происходит? Клерви. Чума, столько народу померло, а живые? А, где ваши родители? Живых мы уже видели какие. Дома, они нас ждут. Мы ищем доктора Лаврентия. Доктора? Кажется, к нам какой-то приходил человек. Помогал странно... Может быть, монахи расскажут больше, но... Что? Их давно никто не видел. Сейчас к церкви никто и близко не подходит. Нам выбирать не приходится, мы туда заглянем. Вы там смерть свою найдете, как Йода. Никто теперь не слушает старушку Клерви. Ладно, я смотрю, у тебя есть проща, она тебе пригодится. Но в таком виде толку от нее будет мало. Сходи на задний двор, там есть пара обрезков новой кожи. А работать можно в мастерской, в комнате рядом. Вы так добры к нам? Ну, в общем, сейчас откроются всяческие апгрейды нашей прощи, одежды там и так далее. Да, здесь это тоже есть, не просто бегалка, но и собирание предметов всяких. Вот, типа там молоточки, чтобы работать. Ищем кожу. Вот кожа лежит. Так, за работу, за работу. А вот здесь что? Какая-то дыра там внизу, а здесь дверь. Честно говоря, даже уже и не помню. Дыра, где такие дырки вот такие, это туда нужно Гуга запихивать, короче, чтобы он нам открывал. Но что-то я не помню здесь. Будем мы что-то открывать? Не будем. Ну и вот, идем к станкам. Мы совершенствовать можем только на станках.
И вот, короче, первое, что мы делаем, это проща, улучшаем прощу. Ну вот, там, благодаря особой обработке шнура, амидцы проще удерживать прощу. Это повышает эффективность и скорость стрельбы. Короче, типа, ой, хорошо, пойдем, типа, короче, обратно. Поговорить с старушкой. Ну как? Теперь гораздо лучше. Спасибо. Клерви, спасибо за все. Здесь вы их упустили. Ага, но как по мне, здесь они долго не протянут. На, видишь, губы сидит, стучит. Ты что делаешь? Ну-ка положи клатушку. Ты что, совсем дурак? Я не дурак. Не ори. Дети, не шумите. Я хочу к маме. Замолчи, ты нас погубишь. Мамочка нас бы защитила. Все, хватит. Я хочу к маме. Мама погибла, Гуга, ты больше никогда ее не увидишь. И папу тоже. Амиция. Ты врешь. Их убили в нашем доме, обоих. Так что заткнись. Ты врешь, я тебя ненавижу. А, сейчас он через дырку раскроется. Пожалуйста, прекратите. Гуга, нет. Короче, вот бабушка переживает, эти два дурачка, блин, орут друг на друга, поднимают панику, блин, еще и бабушку заодно за собой, блин, тащут. Вот он убежал, мы за ним. Что ты делаешь? Где они? Куда они запропастились? Нет, они нас убьют, чего я не успеваю читать. Гуга, пожалуйста, прости меня, стой. Господь всемогущий, Гуга, ну так залезай, чего ты? Нашего спутника напали, спутников тоже могут убивать, да, им нужно помогать и так далее. И вот... Амиция, то есть девочка первый раз убила человека своей прощой, немножко в ахере от этого. Тем временем Гуга все равно попался. Господь, пусть он будет жить, пусть он будет жив. Хуга, пусти меня. Хватит кричать туда-сюда, перелезаем. О боже, Гуга, Амиция! Не тронь его, он просто ребенок. Ну, сейчас, говорю, тебя-то я начну. Стрейфимся от него, пока он тяжелый, нужно отбить эти бляхи на спине. Одну, вторую, чтобы его разоружить, снять с него бронь. Не успели. Сейчас все сделаем. Теперь погрузи. Развалился. По спине сейчас надо попасть. Устал чувачок, все, шлема нету. И в голову. Ой-ё. Не звон, здесь один удар, все. Не успел, что почему-то вроде отпустил, а видать уже это самое, подбежал близко, и игра посчитала, что все, пора запускать мультик, как он меня бьет этой валдой, блин. Сделаем еще раз. Там камешки лежат, пока не обращаем на них внимания. Давай. Не попали. Никто не обещал, что будет просто здесь, да, такие иногда. Босс это нифига не быстрый, не легкий.
главного босса я вообще принял, чёрт, сколько. Ты когда ты угомонишься? Устал. Сейчас спешить не будем, пускай он побегает. Есть. Ну и все немножко прихерели сейчас. А у Амиции ручки затряслись. Амиция. You killed him. Ты убила его? Да, блин, убила, потому что убегаешь и фигней занимаешься. Приходится людей убивать из-за этого. Представь себе. Времена такие. Средневековье какое-то. Нехрен тут вообще. Come on. Бежим. И как бы в принципе тут не обязательно как бы всем воздаяние, не обязательно всем все собирать камни и так далее. То есть если что-то нужно, например, сделать, кого-то отвлечь, всегда рядом будет лежать либо горшок, чтобы отвлечь, либо камешки будут лежать, чтобы отвлечь. То есть как бы не будет такого момента, что тебе нужно что-то сделать, а у тебя не хватает припасов на это. В принципе, с этим можно не переживать. Но и пропускать все мимо тоже не надо. Я бегал, я старался как можно меньше тратить припасов, то есть как бы у меня старался, чтобы все было по максимуму. Ну, я люблю так играть. Амиция, смотри. Я иду. Красиво. Игра, несмотря на то, что она старая, графика, конечно, такая, ну, она ничего такая, красивая графика, конечно, но тем не менее, как бы там игра какого-то 17-го года или какого-то, но тем не менее, конечно, вот такие вот всякие архитектуры здесь, как бы, ну, прикольно, реально поражает, блин, на большом телеке это смотрится просто классно. Вот, лестница, через которую нам отсюда, в принципе, надо потом, по-моему, уйти. Ну, мы сейчас пока побегаем. Ого! Говорит Google. А зачем там свечи? Чтобы показать, что ты думаешь о ком-то. О, можно я тоже зажгу? Если хочешь, только не обожгись. Спасибо. Дай посмотрю, что вот здесь. А, ничего. Там решетка какая-то. Исследовать. Что мы встали? Для мамочки и папочки. Присмотри за ними. Чем мы стоим? Смешно, звук такой. Это эхо. Эй, Гуга, здесь могут быть люди. О, вот собираем серу. Сера очень нам потом понадобится вообще. То есть мальчик реально как бы, то есть он как бы спирт. Мальчик как бы болен, у него какая-то болезнь, мать его лечила и не выпускала на улицу. То есть она его прям держала дома, прям в закрытых этих самых 4-5 лет, как сказала, да, вот девочка, что он не выходил. Четкий. Вот. И... О, что такое четкий? Чтобы... Зачем? Чтобы молиться. С ними можно говорить с мамой и с папой. Давай сделаем это вместе. И суть такая, что он всему удивляется, он не видел мира, и вот как бы для него, видишь, а что это такое свечи, вот как бы. Вот мы сейчас будем молиться, наверное. Прости мне зло, которое я только что совершила. Я никогда... Амиция, ты больно сжимаешь мою руку. Ох, прости. Отлёг, короче. Ну ладно, ей не надо здесь стоять, это все трещать. Пойдемте, короче, здесь дверь завалена, нам нужно его окно через лестницу. Эй, смотри, тут разбито окно и лестница. Может, мы здесь выберемся?
Надо лезть наверх. Надеюсь, лестница не сломается, как в тот раз. Не сломается, Гуга, поверь мне. Амиция, там кто-то есть. Дети, что вы здесь делаете? Нам нужна помощь. Уходите, здесь опасно, вам тут делать нечего. Подождите, пожалуйста, это важно. Надо, поговорить с ним, догнать и поговорить с ним. Монаха увидели. Может, он знает, где найти Лавренцо? Наверняка, точно, он... Ох, они все сломали, что здесь происходит? Может, они делают кровати пошире? Сомневаюсь. Тряпка, ткань. Тоже, да, все чумное, собирать ткани в чумном этом самом, тоже жесть, конечно, такая еще. Ну ладно. У нас же есть спирт, мы их проспиртуем. Ага, сера. Я уверен, что мы уже по ачивке сбору просто, левых предметов всяких, короче, мы уже, наверное, что-то просрали стопудово, пока там бегали. Я уверен. Почему-то. Но, честно говоря, я не знаю. Я знаю этот запах. Лечебные травы. Должно быть, монахи положили их в воду, чтобы очистить. Матушка так делала. Чаны с водой. Ох, черные все. Чаны с водой и... Они там какие-то отвары делают или что? Оп, 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 оп. Кожа. Посмотрим внимательно. Вон, тоже еще что-то блестит. Селитра. Цветы. Такие красивые. Вот как раз-таки начинаем собирать цветы. Это гвоздика. В моем гербаре тоже были такие. Что-то они красивые. Гуга, идем дальше. Подожди. Что? Он тебя защитит. Он красивый. О, ладно. Теперь можно идти. Вот он будет собирать, не он, а вообще как бы будем мы собирать вот эти вот цветочки, и он их будет ей вставлять в волосы. Потом они будут куда-то пропадать все время. Теряться. Там вот ничего. Вот, сейчас проверим, что со звуком. Звуком все зашибись. Вроде все слышно, и меня, и игру. Father. Отец. Опять ты. Я велел тебе уйти. Всего секунду, буквально. Ты не понимаешь, уходи, пока можешь. Пожалуйста, нам очень нужна помощь. Помогите хотя бы ради него. Герб Роберта де Руна. Мы его дети. Мы ищем Лаврентия. Он доктор. Вы его знаете? Да, я знаю его. И знаю, что он лечил мою семью. А, вашу семью, господи, мою семью. Вашу семью. Он вас рассказывал. Я отец Фома. Не к добру вы здесь. Инквизиция пришла к нам и... Могу себе представить, на то, что творится здесь, во сто крат страшнее. Уходите немедленно, не то вас всех ждет смерть. Но отец, деревенские хотели нас убить. Они совершенно помешались. Я Лаврентий. Нет, мне нельзя покидать церкви. А выйти отсюда можно через крипту трех святых. Может, еще не слишком поздно. Я расскажу, как добраться до фермы Лаврентия. А дальше в руках Господа нашего. Блин, такое себе. Кажется, пока все спокойно. Идемте. Перевод, кстати, немножко неправильно. Он говорил, раз вы здесь, и это плохой знак. Раз вы здесь, что что-то случилось. Самое главное, оставайтесь на свету. В общем, суть в том здесь, да, все будет еще завязано на свете, именно на огне. Потому что, как бы...
Все началось с ночных укусов. Затем люди начали болеть. Сначала отдельные семьи. А потом и все вокруг. Лихорадка. Бубоны. Больные умирали, когда мы наконец поняли, откуда это все взялось, было поздно. А откуда оно все взялось? Мы почти пришли. В общем, да, дело в крысах, по ним все уже все поняли. Пропал Лоренти, должен быть здесь. Боже, он должен быть там. Ну, короче, надо дойти до него, что ли. Короче, суть в том, что да, все, то есть чума, крысы туда-сюда, и вот крысы боятся света. И здесь все будет, ну, не света, а огня. Ну и свет, по-моему, тоже. И, короче, и вот мы будем огнем вот этим там всю игру защищаться, короче. Брат Морель? Морель? Морель, наверное. Брат Морель. Стойте здесь. Брат Морель. Сам сказал, блин, от света не отходи. Брат, шли бы вместе. Начинается звон. В чем дело? Мальчика в голове звон. Отец. Нет. Понеслась, короче. А нет. Помада. Быстрее, свет, свет, отец, нет. Есть разные источники света, некоторые источники горят. Вот все, что осталось от Фомы. Разные источники света. Откуда они взялись? Откуда их тут столько? Спаси, сохрани. Они повсюду. Свет, они боятся света. Есть разные источники света, я хотел сказать. Некоторые горят, как... это какой-то кошмар. Некоторые говорят, нужно вернуться на улицу, Амиция. Я знаю, но не останавливайся. Есть такие, которые горят долго. Этот монах, второй. Надо лезть наверх. Факел придется оставить. Нет, пожалуйста, успокойся. Тут... Блин, не успел. Что-нибудь придумаем, короче. Здесь все в крысах, что-нибудь придумаем, все такое. Здесь все, короче. Вот, источники, про источники света я говорил. Вот есть источник света, например, лучина. Но он быстро горит, поэтому пробегать нужно быстрее. Дерево быстро погорит, давай быстрее, пошли прочь, кыш, убирайтесь. Успокойся, Гуга, свет нас защитит, понял? Да, понял. Здесь непонятно, почему они не пошли за нами по лестнице, но ладно. Священник говорил, что можно выбраться через крипту. То есть вот лучины, которые горят, сейчас остановлюсь на секундочку, есть лучины, которые горят быстро, надо пробегать, а есть факела, которые говорят, горят долго и так далее. То же самое, например, там есть источник света, там, например, какой-нибудь железная хрень с дровами, который горит долго, да, а есть, можно поджигать вот этот хворост, который сгорает очень быстро, там сено, еще что-то, оно сгорает очень быстро. Амиция, три статуи. Ну и все, нам что, нужно бежать или что? Я не помню. А, нет, бежать не надо. Нам нужно быть на свету. Смотреть, где можно пройти по свету. Так. Что у нас здесь? Камни валяются, нам не надо. Дверь. Нифига. Ага, вот. Вот видишь, нужно сбить эту фигню и лежат сразу камешки рядом. То есть, если у тебя камней нету, ты можешь спокойно идти. Потратили один, подобрали. Все, пошли дальше. Так, ужасно, да, идем. Так, здесь у нас что? Ну, здесь, наверное, надо наверх подняться. Чё? Забирайся, да? В самом деле, крысы бы забрались как нефиг сюда по этой лестнице. Ну да ладно. Так, селитра. Крысы, блин, они такие, что они везде заберутся. Кожа, они бетон жрут. Дырки делают в бетоне. Поэтому.
Follow me. Все что ли? И что мы здесь взяли? Просто обследовали, взяли припасы что ли? А, вот. Нет. Честно говоря, не очень. Давай посмотрим, что здесь. Нифига здесь. А! Go on, climb up. Вот там вот фигня висит, наверное, надо сейчас прощу и бахнуть. Чтобы она упала, да? Посмотрим. Да, вот камни как раз, наверное, лежат для этого. Да. А, она будет качаться, все, вот она качается. И вот как раз таки в таких моментах иногда нужно оставлять Гуга на месте, чтобы самой быстрее передвигаться. Точно. Сюда пойдем, ладно. Давай, 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 быстрее. Точно маятник наш остановится. Я, честно говоря, не помню, но, по-моему, это можно сделать даже и с пацаном. Давай попробуем. Да, спокойно можно сделать с пацаном. Hugo, calm down. Он говорит про шум. Гуга, успокойся. Она еще не понимает, короче, все, что с ним происходит. Еще никто ничего не понимает. Вот. Станочек. Сейчас берем. Что-нибудь улучшим. Что можем улучшить? Карман. Поместить под 12 предметов каждого типа. Амиция укрепляет карман, чтобы в него все время больше материалов. Понятно, штука полезная. Здесь там не улучшить, чего не хватает. Всего не хватает. Веревок вообще нету. Ну, будем улучшать то, что есть, короче. А, подожди, что? А, вот так вот. Да, а здесь что не хватает? Погоди. Тут не хватает кожи, воды. Всего. Кожи и воды. Здесь вообще, да, всего не хватает. Значит, карманы улучшим, не будем париться, больше будем таскать потом. Not bad. Not bad at all. Так, неплохо, совсем неплохо. No rats. Крыс нет. Oh, no. No. Да, крыс нет, конечно. Свет, быстрее к свету. Я не вижу здесь факелов, как, что нам делать? Так, давай разберемся, что нам делать. Да все просто. Короче, мешки с зерном просто скидываем их, отвлекаем крыс, да и все. Так, камни есть, там вот. Ой-ой-ой, они прикольно такие. Смотри. Да, твари еще те. Глаза горят. Так, давай, короче. Это должно их отвлечь, не видишь, что там. Это, по-моему, они, ну, здесь бежать не надо, они, по-моему, будут спокойно кружить там, да. Мы пока вот даже вот это вот можем забрать. Первый раз я как сумасшедший здесь пробегал. Вообще как накинуться нахер. Ну, в смысле, не нахер, а на Амицию. С этим, с братом. Там внизу трое святых. Мы почти у выхода. Ну, прикольно, видишь, если бы не посмотрел, не взял бы серу или что-то. Right. Почти выбрались, мы очень отсюда. Хорошо, надо быть внимательней. Дверь бы я закрыл на всякий случай, чисто так. Спирт. По столам. По столам. А, такие бегут, малявы черные. Так, они нас не доберутся. Ну да. Не упади, не упади. Мы не упадем, держись за меня крепче. Висит зерно. Брали камни. Ну, давай, спрыгивай. В решетке есть отверстие. Я подниму, доберешься до факела, да. Ну, давай, 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 тут жать надо. Не держать, а жать, давай. Ух, тяжело. Гуга, быстрее, давай. Все. Да все, отпускай. Блин, отпускай. Чего? А, он хочет возьмет тебя обратно. Ага. О, нет. Ты в порядке? Да, стой, ты стоишь. Там земля еле держится. Амиция, как мне теперь вернуться?
Не беспокойся, что не придумаем. Пока у тебя есть факел, ты в безопасности. А как же ты? Мы пойдем вместе. Свет через решетку будет защищать и меня. Ты готов? Готов. Ну, тогда пошли. Медленно. Очень хорошо. Замечательно просто. Смотри, там дыра. Дай тебе факел, да. Берем факел. А мне как пройти? Там дыра за тобой. Других способов я не вижу. Полезь туда, я встречу тебя на другой стороне. Ты уверена? Если заметишь крыс, просто остановись, я сейчас буду. Хорошо, но поторопись, пожалуйста, вот тоже. А если там темнота полная в натуре, как бы, и еще? И все? Здесь, говорит, туда. Так, сюда мы факел поставим, о, нормально. Половина. Человека лежит. Тут вторая половина. Но это разные половины. Это не... Точнее, половина не одного человека. Здесь трупов полно. Все сожжены. Этот не сожжен. Тоже половина. О, видишь? Спрятали. Как раз веревка первая, по-моему. Первая веревка. Факел горит сколько угодно, можно не париться. Quick now. Надо спешить. Амиция, амиция, давай быстрее. Фуга, что происходит? Ай-ай-ай, тихо-тихо-тихо. Говори со мной, так. Ну же, давай. Так, а чё давать-то? Чё тебе дать? Тут крысы. А, во! Палки. Поджигаем. Поджигай. Ну ладно, идем вниз. Там, конечно, дверь была, но мы успеем, наверное, её сама спасать. Зажигаем, вот, все. Где он? А вот. Хуга, ты порядке? Хуга, блин. Да, были крысы, я забрался, тебя укусили. Нет, я нашел лестницу, но там внизу крысы. Я расчищу к тебе проход, короче, жди, стой там. Успокойся, Амиция, он в порядке. Ты в порядке, соберись. Короче, все понятно. На камеры кручу, потому что на огне тяжело читать белый текст. Быстренько сюда. А, подожди, не быстренько. Она уже сейчас дотлеет, мы не успеем. Брось. Возьмем свежую. Эти штуки быстро горят, поэтому вот. Теперь пойдем. Толчки. Здесь, кстати, я тоже не был. В прошлый раз эту комнату я пропустил, потому что я спешил за братихой. За браточком. А сейчас я увидел. Так. Ага, смотрим, что сделать. Ну, понятно, тут жаровня, короче, сейчас открываем. Есть. Палка. Оп-оп-оп-оп-оп. Взяли камеру. Подожгли. Ветки горят слишком быстро, долго что-то там. Подожди, у меня кое-что для тебя есть. Что-то. А, сейчас он скинет. Да, скинул. Отлично, спасибо тебе. Что-то обращать. Так. Что надо? Надо еще взять хворост. Хворост. Так, туда, наверное, нам нужно будет потом прийти в итоге. Да, там дверь, наверное, да. Поэтому проходим. И сейчас нам, по идее, надо дойти поджечь то, что он скинул. Пошли. Бежать она с ними не может, к сожалению. Пока идем, быстро подберем. Прям на ходу. И есть. Так, веревка, спирт. А, спускайся, наверное, кричит. Все, вот, я же это что-то не понял, кто это прибежал. Так, все в порядке, туда и сюда. Давай заберемся наверх.
Посмотрим, что наверху. Должны быть припасы, стопудово нет. Табард крестонос. Табард крестонос или табард, я не знаю. А, видишь, все-таки что-то мы пропустили. Интересно, они реально для одно. А, нет, нифига, вот здесь вот видишь. Я не знаю, они должны подряд идти или нет, я бог знает. Наверное, подряд должны идти. Мы вот как их собирали. Специи, пряжа, мыло, травы и благовония. По-моему, нифига, мыло мы взяли потом, травы и благовония потом, да? Значит, может, не по порядку должны идти. Что это такое? Здесь можно почитать, что это значит, и там иногда интересные факты, кстати говоря. Вот. Последний большой крестовый поход случился целое столетие назад, и теперь церковь столкнулась со множеством новых опасностей. Болезни, голод, войны. Все эти беды подталкивали людей к вере. Видя острую потребность духовной поддержки, духовенство успешно обучало новых священников. Но многие люди, многие люди отходили от церкви, надеясь найти ответ в различных еретических сектах, суевериях и язычестве. Вот так вот. Опять, короче, язычество начинают тут приобщать к чему-то плохому. Секты, понятно, ладно. Не будем рассуждать на эту тему, мы играем в игру. Я пойду первая, конечно. Конечно, первая. Так, ну и все, мы берем сейчас лучину, идем обратно, в принципе. Так, вот здесь, там, вот, смотри, там. Нет, здесь у Навального, там ничего нет, короче. Если под лестницу, там ничего нет. Погнали. Там вот гнезда он целый, по-моему, на стену. Здесь можно так уже пробежать. Тут опять берем лучину. Поджигаем. Идем. Игра, кстати, скажу, относительно не очень длинный сюжет, но тем не менее. Ну, такой достаточно нормальный, короче. То есть. Не совсем уж короткий, не совсем это длинный, такой нормальный. Либо просто я играл, реально мне игра очень понравилась, сюжет обалденный, мне где-то и средневековье все это нравится. Спасибо. Теперь идем отсюда. Да, далеко-далеко. И, короче, я просто захлеб прошел буквально там, блин, за какое-то короткое время. Веревок набрали. Ну, давай посмотрим, что мы можем сделать. Ой, шкур не хватает, веревок не хватает, нифига не хватает. Сумки для снарядов можем сделать. О, а подожди, а сумка это что? Для выстрела с максимальной точностью требуется меньше времени. О, амиция заменяет карман пращи на более крупный кусок кожи, в который проще складывать снаряды. То есть для выстрела с максимальной точностью требуется меньше времени. Ну, короче, чтобы раскрутить. Качаем по-любому прощу первым делом, потому что это основное, а сумки под сумки это уже будем вторым делом. Это упростит мне жизнь, говорит Амиция, и она чертовски права. Так, все тут. Лезь давай. Да. Ох, что такое на земле? Крысы. Крысы и гнезда их. Все равно пойдем, да, все будет хорошо, только не отходи от меня. Что это на стенах? Я не знаю. А, сейчас догорит же! Нормально. Ты думаешь, да, мы угодили к ним в гнездо, то есть они станут еще злее? Да, мы в гнездо попали, короче. Так. Что теперь-то? Нам нужна еще лучина, чтобы там вот дальше... А, вот они. Там дальше подожжем. Так, ну что, гоу-гоу. Очень как бы далеко идти-то. Давай быстрее, слышишь? Амиса, нельзя трогать стены. Воздух жжет мне горло.
гадость там, наверное, вообще полная. А, там и трупы еще, там все, это вообще жесть, короче. Я вообще не знаю, а этим воздухокапельным же, или как, это по воздуху передается эта зараза, там же приколись, сколько пыли этой сраной говна летит вот с этого всего. Это в легкие все, там же вообще пипец, наверное. Ладно. Вон там свет, мы дошли, дошли, Гуга. И здесь нужно вот быстро тоже бежать, я помню. Нет, беги, Гуга, беги. Здесь нужно покой вот так вот обрубивать и убегать. Все. Мы смогли. Мы. Амиция, я хочу к мамочке. Ну, извини, дружище, так вот случилось. Я не хочу, чтобы она была мертва. Гуга. Я хочу, чтобы она вернулась. Боты классные. Кожаные с такими, с ремнями, с пряхами. Чё, следующая глава, что ли, чё? Да, следующая глава. Ученик. Полтора часа уже играем. Нормально. Игра интересная. Буду подольше, там, часа по два делать, наверное. Амиция, мы больше не сможем вернуться домой. Нет, это слишком опасно. Там тоже крысы? Наверное, я не знаю, Гуга. Я боюсь, что они найдут нас, когда стемнеет. Лаврентий позаботится о нас, идем. Красиво все-таки нарисовано, несмотря на то, что графика не супер-пупер, но, блин, достойно вообще. С учетом того, что это разрабатывала, как я понял, какая-то небольшая там контора, что-то, короче, я не знаю, честно говоря. Ну, блин, игра очень крутая, постарались. А вот там, мельница, это ферма Лаврентия? Надеюсь. Никогда не видел настоящей мельницы. Если мы будем осторожны, ты скорее ее увидишь. Давайте сюда свернем, не сворачивал я сюда. Зачем здесь вот это все? Просто по берегу погонять. Может, цветок найдем какой-нибудь, еще нет. А вот все цветы соберем или все предметы. Бог его, может, вот повезет, блин. Ачивочку возьмем. Ничего нифига нет. А, вон, смотри, вон блестит. Эй, Гуга, ты куда? Здесь я, по-моему, тоже. О, пузырьки, смотри, пузырьки. Пузырьки, пузырьки, да, Гуга. Что это? Рыбка, лягушка, понятия не имею. У нас нет на это времени, пойдем. Но я никогда не видел живой лягушки. Приколись, да, вот пацану, сколько ему лет, блин, он никогда не видел живой лягушки, бедный парень. Ну, средние века и жили, как бы, да, тоже там до 30, там, 30, конечно, лет. Но, блин, наверное, лет до 40 это уже считался уже старый вообще. Старик. И уже это нужно было умирать, ложиться. Хотя фиг его знает, я не знаю. Знаю, что, да? Кто-то пришел сюда почитать кровь. Что здесь случилось? Не знаю, но это плохо кончилось. Может, тут были крысы? Может быть, нифига себе, у меня серый уже полный карман, что ли? А вот серый, а это что, я забыл? Селитра, селитра, точно. А чё, нет, я думаю, книжку подберем, новый предмет нашли, я уже обрадоваться хотел. Нету здесь ничего. Ой, обидно. А здесь на пеньке. А, вот, смотри. What is it?
Видишь? Герметичный сосуд. Кувшин какой-то. Там внутри что-то странное. Да, оставь его. Ну-ка. Глиняный сосуд. Применяемый в алхимическом искусстве для приготовления кислоты и работы с ними, способный защитить... мистика от испарений и химических реакций. Слово герметичный происходит от имени Гермеса, трижды величайшего сипкритического божества. Жесть какая. Не знаю, что такое сипкритическое. Соединяющее в себе черты египетского бога Тота и греческого бога Гермеса. Именно ему мы обязаны изумрудной скрижалью, важнейшим памятником алхимического искусства. Блин, вообще нифига себе. Сипкритического божества. Наверное, это смесь какая-то, типа божеств, я не знаю, видишь. И типа бог тот египетский и греческий бог Гермес. Очень интересно. Алхимического искусства. Реально, вот алхимия, это раньше была, короче, химия, как я понял, да, называли ее алхимия. Да, мы что-то все-таки просрали, короче говоря, какой-то предмет. Ну, что теперь делать? Обратно не пойдем. Ладно, продолжаем. Некогда нам тут, пока ночь не настала, надо это самое. Гнать во весь опор. Идем. Амиция, труп опять принесли. Амиция, смотри, это один из тех людей, которые напали на наш дом. Инквизиция здесь. Инквизиция всюду. Сидят. Ворона его теребоньку там потихоньку. Как они это делают? Они же, сука, звери. Я тебе что, крыса? Я почем знаю? Думается мне, дурацкая звездка, что-то там. Хочешь не хочешь, а придется с ними разбираться так. Покуда солнышко не село. Эти темноту любят. Ладно, за дело. Короче, они это самые лопатами какую-то эту фигню. Там вот я прочитал, короче, белую носят. Я не знаю, что это за фигня, но они что-то там делают будут сейчас. Ну там сейчас увидим. Так, стоит палец чувак. Короче, отвлекаем его. Проходим дальше, наверное, да, и там уже разберемся. Короче, это надо отлично. Кидаем камешек. Ждем, когда он придет сюда, развернется и палим отсюда. Аж сам замолчал, я, блин, не привлекать. Ничего. Все, разворачивайся, иди в баню. Ладно. Мы тем временем тоже пойдем дальше. Амиссия, look, there's a bridge. Амис, смотри, там мост к ферме. What a waste of time. The Grand Inquisitor should... Так, сколько времени впустую? Великий инквизитор мог бы еще чего от нас хочет. Так, 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 так. Куда здесь чего? Ну, здесь горшком, наверное, надо кинуть, я думаю, да? Кинуть горшок и быстренько это самое. Смотрим, горшок есть? Горшок. Есть. Вот, видишь, показывает стрелкой, кто, куда, что слышит. Если кинуть совсем далеко... О, там уже двое будут слышать. Нет, видишь, двое. Двоих нам точно не надо. Одного. Вот. Если бы горшка не было, видишь, можно взять. То есть, в принципе, здесь, как бы говорю, не останешься в таком накладе, что тебе нечем кого-то отвлечь или что-то такого не будет. Так, в траву сразу полезу. Здесь ежи противотанковые вообще стоят. А вот там что-то можно взять, гляди. Там тупик, наверное. Ой-ой-ой. Вот это я, короче, сложал. Все, короче, там хана. Вот так, на разочек, второй, все. А, да, чуть не заметил я. Ну, это не страшно, здесь рядом должен быть сейф сразу, мы сейчас быстренько, вот, видишь. Значит, там сундук, я хочу заглянуть в сундук, потому что в сундуке должно быть, наверное, дофига всяких полезностей. Я хочу просто это забрать. Ой, тихо, 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 тихо. Пошли. Но там палит
чертила этот. А как чертилу отвлечь? Чертилу отвлечь надо. Прячемся пока за этой штукой. Все, дальше не пройти, к сожалению. Он что-то не заметил, кстати. Так. Смотрим. Ага. Сейчас, короче, кину кувшин туда, где вот подальше. Блин, его не видно отсюда. Он ушел, нет? Ушел. Выбираем, берем кувшин. Кидаем его подальше. Да что ж ты будешь делать? Давай посмотрим, что там. Да, здесь полно игры. Поспешил, наверное, я вышел. Такая вот, да, вот такая засада, говорю, придется много переигрывать. Здесь, короче, чисто все по таймингу, как бы. То есть кинул, пошел. И чтоб тебя не заметили. Но там очень много ингредиентов. Я хочу их заполучить. Прикольный какой-то звук скрипки, когда они так это замечают. Такой резкий. Сразу горшок берем. Отвернуться. Блин, замечают у нас, но наблюдают, кидают и все. Как он здесь видит-то? Я за деревом вообще. Да, Амиции вообще что-то жестко приходится. Все, последний разок, последний разок. Все, я понял, что делать. Надо кидать немножко в другую сторону. Все, я сейчас все сделаю. Сейчас все будет. Смотри. Кинули. Все. Пошли, забрали горшок, идем. Последний раз пробую, честно. Надо ингредиенты набить. Я просто игру, когда проходил, мне не хватало ингредиентов, я там даже не все прокачал. Где он? Где он? Идет, все, прячемся. Блин, опять палит. Да че же он так палит-то здесь сильно, а? Не вижу. I'm not crazy. Hey, you've seen your last sunrise, genius. Все, блин, ну это жесть. Ну и бог с ним, все, не пойдем и туда, нафиг это все, блин. Сейчас мы здесь, блин, на час запоримся. Засранцы, блин, не дают это самое собрать все по-человечески. Иди давай отсюда. Расстраивайте вы меня. Все, идем в траву, нафиг все это дело. Так, тут ежи мы не пройдем, по-любому. Не, сундучок. Ну ладно, бог. Так, там дыра в стене. Вот она показывает. Короче, она говорит, она очень маленькая, ты возьмешь, залезешь туда и откроешь мне окно. Смотри, вот известь они какую-то туда таскают, видишь, что-то известью пытаются трупы там засыпать. Нам по-любому, я думаю, так не пройти. Или пройти. Я думаю, пройти. Чтобы камнями не раскидываться особо. Так, тут ничего нету. А вот теперь надо кинуть туда, отвлечь его, чтобы он залез
Это же жесть вообще. Дырка-то где? Дырка вообще за этим? Охренеть можно. И что, я там буду столько разглядывать, что я вот подойду вот туда за эти бочки, засуну его туда, здесь буду ждать. Это же жесть, я же помню. Сейчас он сюда, чтобы было у него больше расстояния идти до этого. Шлеп. Ну, иди. Мы сюда пойдем. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Давай, открывай. Давай. Молодец. Ух. Ух. Амидс, нам нужно уходить отсюда. Да, блин, не то слово, нам нужно просто валить нафиг, а не уходить. Ёптить, еще один сидит. Стоит. Просто палит. Нам надо туда в кусты, короче. У нас дырка показывает, что там в кусты. Горшки, понятно, да, что нужно делать, короче, смотри. Берем горшок. Смотрим, чтобы привлечь одного. Ушел он, ушел, все, бегом. Так, они заблокировали мост. Передайте капитану, мы будем досматривать людей и животных. Так что, что мы ищем? Пятилетнего мальчика, волосы русые, глаза. Они говорят обо мне, почему? Он нужен капитану. Нет, сам не шуми. Не видно, что пишут вообще на этой белой траве. Блин, жутко сделано. Короче, держите глаза открытыми, он, короче, говорит. Мы тупо проходим мимо. Давай здесь так это обойдем. Во. Бревна нехреновые. Они не палят нас вообще. Осторожно, там стражник, я вижу. Так, смотрим. Я думаю, нам надо вот туда вот под низ пока спрятаться. Сейчас он вернется. С фонарем днем. Так, сейчас он уходит. Мы идем через того стражника. А вот как через того стражника пройти, это вопрос. Развернулся, да, вроде пошел? Не вижу. Вроде да. Как? Горшок. Бегом, бегом, бегом. Запрыгивай. Не торопись, нифига себе. Да нет уж. Вот тут верстак, можно поверстать, постоять, стучать. Пойдем поверстаем, а что нам терять-то? Все, скрылись вроде. Что можем сделать? Сумка для снаряжения. Да, давай улучшим, потому что мы уже эту самую... Там, селитру или что-то мы там уже просираем. Или серу, или серу. По-моему, селитру. Все, уходим. Амидса, что? Что я сделал? Почему они меня ищут? Ничего такого ты не делал. Если кто тут и виновен, то только они. Виноват только они. Если они нас поймают, они будут нас мучить? Они нас не поймают, понял? Понял, понял. Эй, дичь. Так, и вот здесь вот тоже, я тут что-то прыгал-бегал, вот смотри, здесь есть... О, вилла появляется, чтобы, типа, залезть. Я помню это место.
О, смотри, залезть. Видишь, мы залезаем. А вообще нужно через реку. Смотри, мы залезаем. И падаем. Залезаем еще раз. Здесь нам не пролезть. Здесь нам не пройти почему-то. Давай скажем Гугу, чтобы он остался. А, мы не можем ему здесь этого сказать, видишь? Короче, есть какая-то фигня, что, видишь, загорается, что можно залезть. Я сюда залезаю, в прошлый раз я тоже пробовал туда залезть, но нифига не работает. В плане, вот я не понимаю, вот она не хочет залезать дальше туда. Почему? Зачем? И нифига Гуга этому не попросить, чтобы он постоял. Короче, вот непонятно для чего это. Ну да ладно, может так чисто, типа. Не знаю, вот не знаю. Тем не менее, идем дальше. Нам сюда. Я в прошлый раз тоже долго тут стоял, что-то пытался сделать, нифига не придумал, тоже забил на это все дело и пошел дальше. Возможно, там можно как-то пробраться хитро, я не знаю, додумать, там нужно что-то кинуть, палку, я не знаю, там, камень точнее какой-то, еще что-то. Я не знаю. Хи-хи-хи. Хьюго? Хьюго? Вот тоже, да, понимаешь? Гуга, Гуга, о, Гуга, это не смешно. Понимаешь, вот тут такая беда, всех рубит налево-направо, ребенок уже сам, этот обосранный, этот мальчик весь, тем не менее, вот он убежал, хихикает. Ну это реально вот не смешно, ну. О! Хьюго! You found me! Do you really think this is the time to be playing games? О, ачивочку дали, редкое достижение, вот ты где. Прошлый, я не вижу, что пишут даже. Хочешь, чтобы нас поймали? Короче, не делай так больше. Окей. Типа того, что там был разговор. В прошлый раз он меня увидел и прыгнул на меня, типа испугал меня. А в этот раз, видишь, я его сам подловил. Вот так. А если третий раз проходить, я даже, наверное, его и не отпущу никуда. Он не сможет убежать. Только между нами, лады. Великий инквизитор, он что, правда, спасет нас от укуса? Он святой человек, спасет, не сомневайся. Только если. Блин, сделал. Ну и тоже. Та, тут надо разом взяться, вот мы все и трудимся хорошо. Ой, не успеваю ни хрена читать это, а, ребят, честно. Пойдем обходить. Конечно, гранатовый помню, куда. Тот стоит спиной, подожди. Вот там вот я вижу, что-то светится. А вот здесь вот что у нас. Там тоже разгут проход. Давай туда сходим, посмотрим. А, ну там у нас все, вода, тут некуда. Чисто по берегу пошататься, еще что-нибудь найти. Вообще ни черта. Все, идем, короче, туда, отвлекаем их, проходим туда влево нам надо. В общем. Ну, застряли в дереве. Так, сохранялка сработала. Все, окей. О, нифига себе, хряки такие. Привет, свинки. Прячешься, тут опасно. Такие прям, блин, свиньи так свиньи. Прошел там стражник. Так, горшочек у нас есть отвлечь. О, сундук. Да, тут сундук жалко, конечно, мы просрали, но, блин, мы там бы долго застряли, нафиг эти попытки. Так. А тогда... О, курица сидит. А тогда это самое. В прошлый раз я тоже не смог все вкачать, прокачать. Так, давай посмотрим, куда. Здесь мы выйдем прямо в траву. Это очень хорошо, да? А здесь что? А здесь ничего. Поэтому, я не знаю, давай в траву, конечно. Там он еще и палит, к тому же. Сейчас пройдусь. Давай. Ныряй в траву. Вернули. Ёптись. Стоит. Идет. Ой, они везде. Везде. Короче, нам надо его отвлечь горшком стопудово и отвлечь, я думаю.
Кстати, а тут, получается, разными путями можно пройти, да? То есть можно по траве, а можно вон там, смотри, пройти. Так, что ли? Смотри. Оба-на. Да, смотри, можно было тупо здесь пройти. А нафига нам там тогда в деревьях в этих шататься, смотри. Прошлый раз проходил по деревьям. Стоит. Суть такая, что в деревьях там видны только ноги. Там вот именно фигня в том, что нужно смотреть по ногам, где они идут. Ага. Ага. Так, погоди. А мы вот так. В общем, я так понимаю, суть дела это не... А, смотри, сундук нашел. Вот так вот. До этого я его тоже не находил. Я по той стороне вообще шел. О, пожалуйста. Тут ничего нету, ничего не валяется. Предметы какие-нибудь, лячи вообще. Так, ну лады. Там вот палит нас стоит один вот этот вот чертило, вон он. Я не знаю, мы, наверное, так не пройдем, короче говоря, это самое. Вот здесь вот ограды-то нету у нас. Может и пройдем, смотри. What was that? Hey. Все, короче, спалили нас. А здесь делать нехер, здесь же тупик, нахера я сюда пошел. Все, я понял, я извиняюсь. Значит, это просто место, где можно найти сундук и просто поживиться. И потом идем обратно. Окей, все, так и сделаю сейчас. Так, все, мы это уже поняли, да? Хорошо. Идем спокойно сюда. Обратно так и выйдем тоже. Oh, no. Вон он идет. Ушел. Перепрыгивай. Давай-давай. Шустрее, блин. Зашвыривай просто туда, да и все, блин, через эту ограду. Разберемся там потом. Так, забираем. Здесь, правда, только спирт и все можно взять. Ну хорошо. Теперь обратно вылезаем. Опять смотрим, чтобы никто не палил. Тут-то не палит, а вот напротив там никого. Вон там кто-то ходит, я вижу. Ну, вроде нормально. Давай. Давай, 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 давай. Камней у нас максимум. Все, заходим. Так или иначе, идем здесь, вот по ногам, короче, смотрим. Как прошел, сразу пробегаем. Мать. Fucking bite. Fucking rodents. Ну там, короче, говорили, что они там где-то что-то там кого-то делали что-то, и гнезда прямо у них там под ногами открылись. Палево вообще такой сзади ходит. Гнезда у них эти под ногами прямо открылись, и только два чувака с этого смогли выжить. Ноги унести. Давай, иди отсюда. Блин, а я как-то туда даже, по-моему, на ту пристань проходил в тот раз. Или,
Эй, там одно совсем кони двинул. Можешь похоронить, его? Его покусали, ага. Ты его трогал? Не. И молодец, коли крыса покусала, так у тебя вся кровь скипит. Здесь покроешься чем-то там, и вся кругом тоже смогут заразиться. Потому это делать укусом. Ну тогда. Короче, пускай лежит, где лежит, блин, не успеваю читать на белом фоне. Это жесть. Так. Там на пристани, нет, даже не на этой пристани я был. Делать там нефиг, я ничего не вижу, что там ничего не светится. То есть там. А, сундук там, ага. Ничего не светится. Так, а как там туда? Здесь двое. Ну это понятно, мы уже не проскочим. Значит, надо сейчас что сделать? Тут нас загораживает заборчик. Сейчас чувак пройдет, зачерпнет извести или что это. А мы тем временем проскочим на пристани и откроем сундучок. Сейчас, вот сейчас. Давай, давай. Хотя надо было его оставить вообще, чтобы он подождал. Ладно. Пошли, 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 бегом. Вот, все нормально. Веревка, ткань, отлично. Смотрим. Идет, ждем. А, тут, слушай, а здесь не обязательно идти через стражников, здесь можно пойти по идее по внешней вон стороне ограды, и они нас вообще не увидят. Прав я, не прав, не знаю. Здесь перепрыгнем в кусты, а вот здесь просто... Я ходил между ними, прям туда вот обратно, ну вот в эти, в поля уходил, в поле вот в это. А здесь же, смотри, можно просто тупо по ограде пройти, и все. Вот так вот, смотри. Все. А вот и все. О! А я вот там вот шел в тот раз. О! Ой-ой-ой-ой-ой. Так, через окно залезем, только его бы отвлечь нам. Иначе он нас спалит. Он стоит, да, просто никуда не идет. Блин. Тогда получается нам все равно в этот сад идти надо, да? Потому что он здесь-то палит нас. Стоит, будто отряхивает. Давай приколимся, что нам терять-то мы. Туда вот бомбанем. А, можно было камнем ему отвлечь, вон же висят. О, блин. Тоже мне. Ну ладно. Лучше горшком. Камни, они для прощи больше. Так, пусто. Там ничего нет, да, говорит он. Блин, не работает. Нужно сначала, наверное, сюда нажать, да? Там завал. Ну, пацана, вот сюда подсади. Нет? А, во! Во-во-во, вот это, вот дырка, вот дырка. Все, пускаем. You should be able to get through there and open it from inside. Так, ну слушай, Гуга, попробуй туда пролезть и открыть мне окно, короче. Вылез, пошли, молодец. Давай, давай. Ну, а чё? О, давай. Так, чё у нас тут? Кожа. Это сера. Можно дверь открыть. Это что? В смысле? А через дверь? Это как бы вам не кажется, что это бред? Он через дверь меня увидел. Через закрытую. Вот это да. Вот это вот я вот не ожидал сам, честно говоря. Ладно. Через дверь это жесть. Сейчас ждем, короче.
Его не оставляю, потому что не знаю, как он быстро разноится, чтобы панику не поднимал. Нафиг лучше с ним пройти. Заметили нас. Ух. Еще они разойдутся, как эти, как стражи ходят с лопатами такие. Один в одну сторону, другой в другую. Все, идем вдоль. Идем вдоль. Залезаем в кусты. Так, ну опять давай горшком я его отвлеку. Я не хочу кидать эти. Да? Да. What's all the noise? Все, пошли. Barricaded. Там завал, да, я знаю. Давай теперь сюда. Look, Hugo. Сейчас будем украсться в доме, чтобы не шуметь. Стоит, да, слушай, давай тихонечко сделаем все. Ну ж такой лежит здоровый. Так, все, тут больше нечего. Через дверь мы ясен хрен выходить не будем. Дальше идем за дом. Сюда, наверное. Так. Еще одна пристань. Зачем? Кусты. А, в них нельзя прятать. Ладно, нельзя, так нельзя. Идем дальше. Что нам? Вон там трава, я вижу. Сток сен. Там сено какое-то что-то. Никого. Сено. Сохранение. Кувшин. Права. Так, смотрим. Ага, стоит, палит. Так, тут некуда. Значит, мы идем сюда. Сейчас, я думаю, здесь не раз еще напоримся на них. Нам, короче, нужно туда прибежать, где стоит, там вот сверкает что-то там. Камнем. Да-да-да, ты что-то услышал, иди посмотри. Вылезаем. По-бырому. Я помню, да, здесь я тоже парился, что-то здесь какой-то косяк был с всеми двумя. Что с ними там... Долго разбирался. А хорошо, что Великий Инквизитор там крыс режет. И смотрит, что у них там в животах лежит. А чего нет? Не будем же мы вечно им звездкой поры закидывать. Люди говорят, ересь это. Ересь это ни черта не делает. Инквизиция это зря не обидит. Понятно. Зря не обидит, конечно. Так, теперь нам что нужно? Идем посмотрим. Ага. И через стену я не перепрыгну, скорее всего, через эту, потому что там трава с той стороны. То есть мне даже игра не даст перепрыгнуть, мне кажется, нужно просто туда выходить, хотя хрен знает. Смотрим сейчас, что с этими. Этот стоит на месте, этот ходит. То есть мне, в принципе, нужно туда вот горшок сейчас закинуть, а самому по стенке пробежаться, как я понимаю. И я думаю, нужно их двоих, короче говоря. Ой, блядь, третьего зацепило, вообще не в тему. Чё он не идёт. Нас палят. Вот тут чувак палит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
Налажали мы, короче, да? Сейчас сюда придет, смотри. Ну да, слушай, отходим. Он там сейчас пошарит и все, успокоится. Все, пошел. Нафиг. Мне, короче, надо... Не надо, наверное, ничего даже кидать. Короче, надо вот пока этот без шлема туда смотрит, надо вот сейчас проходить. Но проходить так, чтобы и вот этот, который сейчас нас запалил, нас не палил. Вот обратно он пошел. Отлично. Разворачивайся. Да, разворачивайся, ты без шлема. Разворачивайся. Говно я такая, разворачивайся, говорю. Сейчас дальний, смотри, пойдет. Да, все, пошли. Хер с ним. What? Уходим. Well. Все нормально. Фух. Я тогда помню, я дольше пытался это сделать. Я раза 2-3, наверное, переигрывал. Все, сохранялка прошла. Ворота закрыты. Ой, это что? So they can't see us anymore. Теперь нас не заметят. Нет. А это ничего, это просто вот такой закуток, чтобы здесь спрятаться, короче, понятно. Окей. Прячемся в траву. О. Лежит, так, не это. Друг, это гнездо, откуда они вылезают. Света боятся, видишь, они свет ставят, короче, такие. Так, смотрим, здесь стенка. А, ну здесь вопрос, сейчас этот вернется, этот нас не палит. Ну что, тот еще с звездкой, который, куда он ее носит? Сюда носит, может запалить, ну попробуем. Ой, вот дерьмо, уже темно почти. Когда я там что-то взял? Ох, так, подожди, а мы не обратно идем-то таким, нет? Чё? А, нет, нормально, пойдите. Сейчас этот идет сюда, этот отсюда уходит. Отлично, они оба отвернулись. Быстренько проходим, есть. Так, баф. Ага, там вот штуки, чтобы отвлечь. Железо. Что, такое ощущение, что мы идем обратно, реально. Что за говно? Ладно, что-то я запутался. Смотри, как нам пройти, я просто смотрю. Можно отвлечь этого, пройти с этой стороны. Можно отвлечь того, пройти там. Я думаю, надо отвлечь этого. А как его отвлечь? Он смотрит сюда. Он смотрит сюда. Сюда я кину. Он пойдет сюда. А нам в это время нужно вот как-то вот здесь пролезть, что ли. Я не знаю, давай, пробуем. Не то. Камешка. Камешка. Так, пошел. Мы в это время вылезаем. И нас почти палит тот, я же говорю. Ой-ой-ой. Что-то какой-то трэш какой-то. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, да что-то трэш какой-то, реально. Отвернись.
Молодец. Все по идее. Жесть. Да иди, иди. Прям так ощущение, что мы реально по кругу идем вот тут. Нет, не обратно. Вообще, я не знаю, потерялся. Но здесь все закрыто, хрен с ним, короче, наверное, все верно. Ой-ой-ой-ой, вот это мы зря. Вот это мы зря. Чуть-чуть рановато вышли. Сейчас посмотрим, он отвернется вот так. Рано-рано вышли. Отлично. Где он? А, гляди, тут сундук, видишь, есть. Давай сюда. Сейчас сундук попробуем взять. Смотри, этот ходит вообще кругом. Сейчас попробуем этих отвлечь. Взять сундук и сюда опять скрыться. Смотри. Now check it out. Watch yourself. Это просто стоит, смотри. Охренеть. Ниндзя! Ниндзя, блядь! Ох, тут еще один стоит. Мы стопудово идем обратно. Блять, мы стопудово идем обратно. Карты здесь нету. Блять, куда идти? Я уже что-то запутался. Мы идем обратно. Это тот самый дом. Мы идем тупо обратно. Ё-моё. Ну ладно, сундук взяли, сейчас тут пройдет, ничего страшного, здесь мы побыром вернемся, что нам. Давай, сейчас вот пройдет, все нормально. Все нормально, все нормально. Это игра. Все, пошли. Есть. По-тихому уходим. Дальше идем, идем, идем. Ничего, ничего, все. Все, 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 иди, иди куда шел. Все в порядке, иди куда шел. Нету здесь никого. То есть нам нужно в ту разрушенную штуку, что ли, к тем воротам все равно так или иначе. Так. Это отвлекаем туда, этого туда и проходим, что ли, я понять не могу. Или они оба должны на одну согреться. Again? I've got to know for sure. Look out! There's someone here! Ай, палево, ё-моё! А да, нужно туда и туда, и все. Ох. Ох. Так, где мы? А, все, понял. Хорошо. Рано просто пошли, сейчас. Пас. Crazy, давай, давай. Пас. What the hell was that? Still nothing. Nothing at all. Ну, отлично, прошли. Right, так.
Да, слушай, нам нужно туда, наверное, что-то мы как-нибудь по кругу прошли, мы просто с той стороны прошли, а могли с этой, по идее, стороны пройти, и все. А что это за звук? Ладно. Наверное, там тут окно было, может, пацана-то подсадить, он откроет, я не знаю, блин, я что-то, я потерялся. Она показывает сюда, видишь, кнопку правую нажимаю, она сюда камеру разворачивает. Сюда камеру разворачивает, все, лады. Сюда, значит, сюда. Пойдем сюда. Че, просто там я там нажимал, он в другую сторону вот разворачивал, куда, когда я шел. Ну ладно. Проходим, проходим спокойно. Отлично. Все, и вот он как раз говорит, мы здесь безопасность, она говорит, да, безопасность. Там вон окно есть, блин, надо было в окно вылезти и все. Вот что я ступил-то, блин, тупи. Ну зато мы взяли ингредиенты и нашли самый какой. Сундук, мундук, все дела. I'll give you a hand. Все, вот, я тебе помогу. Ладно. Мне бы кто помог вот здесь с навигацией, ну ладно. Назад, все назад. What's happening? Что там у них там? У них там, там у них. Вибрировал джойстик, шум и все назад, все назад. Hugo, we can't stop. Гуга, нам not нельзя here. Останавливаться, не сейчас, приступ у него. Ох, мне так странно. Ну же, отдохнешь, когда доберемся до Лорентия. Давай. Голова болит. Я не знаю, что делать, Гуга. Что бы сделала мамочка? Дала бы мне лекарство. Хочешь, я тебе понесу? Это все, что я могу тебе помочь. Давай, забирайся. Ну тут сразу все проходит, конечно, блин. Тут что, я раз понесут-то? Вот все. Вообще, мамочка говорит, что мне нельзя выходить из дома. Знаю. Может, поэтому мне так плохо? You're just tired. Мы просто... Ты просто устал. Я по ней скучаю. По крайней мере, тебе дозволялось ее видеть. Nothing. А? Нет, ничего. Ну, блин, видишь, с ней мать плохо общалась. Ну как, неплохо, но, видать, проводила много времени с сыном. Она больше с отцом, поэтому она там с прощой все дела. Мельница Лаврентия, мы почти пришли. А он снова запрет меня, как мамочка? Он ведет тебя в безопасное место. Ну ладно, тогда я и правда... Тут и правда опасно, но иногда так здорово. Однажды ты поправишься. Это что, мертвые животные? Да, что тут произошло? Теперь нужно быть осторожнее. Давай-ка слезай, Гуга. Давай-ка слезай, да. It's getting in my shoes. У меня полный ботинок этой пакости. I don't believe it. Ох, быть такого не может. Да, на самом деле, это что, кровь какая-то? Вода с кровью? Жесть какая-то. Ага. Понятно. Да все, все, хватит смотреть. Хватит смотреть. Все, блин. Нажал кнопку посмотреть, было написано, и это самое, она меня притормозила. Блин, зачем я это сделал? Все, бежим, бегом, короче говоря. То сейчас будут вылезать крысы из-под земли, нам нужно до света он добежать. От света к свету, короче. Света, света, света. Пошло одно гнездо, не буду смотреть. Второе гнездо. Просто бежим. Наверх никак. Наверное, сюда. Типа, он говорит, стемнело, вот они и лезут. Нам нужно уходить отсюда. Даже не знаю, правильно я бегу, неправильно. Давай, правильно. Давай, пойдем. Факел, мы уже близко. Быстрее, давай быстрее. Все. Я тебе помогу, да? Так, камешки взяли. Что здесь? А, все, помню. Так, стой здесь, сейчас я буду кидать.
Боже мой, они, правда, все умерли? Гадость. Их перебили, может быть, инквизиция? Меня сейчас тошнит. Там прикольно, там вонь какая должна быть. Я вообще не представляю. Честно говоря, вот посмотри, сколько здесь коров. Это же жесть. А там что-то светится, глянь. А, я понял. Ну, это, наверное, или нет. Ну да, это, наверное, потом все. Там просто светится хворост и зажечь, что надо. Костер. Опа. Сундук, привет. Так, все забрали. Берем хворостину. Ну да, идем сюда, все. Вот, поджигаем хворостину. Идем, да. Просто тут килотонны просто свиней и лошадей, смотри. Еще лошади, я не знаю, что сюда, всех сволокли, что ли? Давай, поджигай. Готово. Так, берем следующую хворостину. Сейчас здесь ничего нету? Нету. Следующую хворостину, и нам вот нужно дойти вон до той здоровой повозки, которая там же опять светится. Погнали. Here we go again, как скутер пел в свое время. Так. Поджигаем, поджигаем, поджигаем. Давай, давай, давай. А то у нас самая хворостина уже потухла, конечно. Собираем и тут все. Тряпки, кожа. Есть. И впрягаемся. Навались, правильно, навались. Смотри, сколько, да? Ну, мне кажется, это нереально. Это ни на одной ферме, мне кажется, столько коров нету. Амиция, а зачем они убили свиней? Амиция, они. Похоже, чтобы удержать крыс здесь. Нормально, да, такую телегу? Они очень-очень... Она очень-очень тяжелая. Тащи! Заткнись, толкай! Как она, кстати, группу? Вот мужик, не говори, толкай, а не заткнись. Ну хотя, блин, ладно, там, да, там нервы, там такая обстановка, что там... Не думаешь, это самое... В словах не подбираешь слова. Она боком едет, смотри. Есть, побежали. Ну и чё? И давай с другой стороны, блин. Hello, Laurentius. Эй, Лаврентий. But... Гуга. Но... А если это не Лаврентий? Ты об этом подумал? Прости. О да, он своими этими выходками будет реально, блин, иногда сильно бесить. Орать, бегать, что-то там, смеяться, играть. Как темно, а вдруг здесь чудовище? Хреновище. Привет. Да уж, не лучшая ночка, чтобы спать на улице. Ой, вы еще живы? Мне жаль ваших друзей. Это он свинке говорит. Что, она тебя сожрет нахер, свинья эта? Так. Я потом что говорить? Эти мешки выглядят очень знакомо. Пришлые зерня должно быть им... Их кормили свиней. Не успеваю я читать, дружище. Тут все закрыто, короче. It's locked. Да, да. Тут у нас что есть? Нет? Интересно. Цветы какие-нибудь, что-нибудь? Нет? Нет, ну и хер с ними. А вот там, а вот там. Побежать не может бежать, ладно. А вот тут. Вот, смотри, цветок. Вот я его тоже не находил. Амиза, смотри, все. Гуга, честное слово, сейчас совсем не до этого. Пожалуйста. Ладно, давай. Сейчас в глаз его отмет. Они называются Чё, как они смогли. Как они склонили головки? Блять. Может, с нами не будет. Блять, да одному быть плохо. Ёбаный в рот, я не успеваю читать, что они говорят. Они склонили. Кто-то там. Они называются, короче, как-то там, потому что они склонили голову, потому что они одни, что-то хорошо. Может быть, и мы не будем. Короче. Так. Гуга, заберись внутрь и открой мне дверь. И будь очень осторожен, хорошо? Ты в чужой дом забираешься, между прочим. Хорошо. Так. Странный запах. Это спирт из дистиллятора. Нормально там еще. Алхимики-то, они еще те черти, они там, понимаешь? Там
кто-то есть. Давай сначала сюда тогда. Кашляет кто-то. Понимаешь, да? То есть они сначала как бы такие спирт-спирт, там и научные деятели, все дела. Нам ни хрена не хватает ингредиентов. А сами-то втихаря спирт-то того подъедают. Так, зерно, понятно, которое нам, наверное, пригодится. Отсюда мы пришли вроде, да? А, нет. Или, а, да. А, вот, да, вот, вот, вот. Самогонный аппаратище. Веселый самогонщик. Точнее, веселый тут алхимик. Живет, живет. Пойдем на второй этаж. Это чё? А там чё? А тут чё? Хочу вот эту сначала открыть. Ага, угадал, угадал. Угадал с дыркой. Здесь какой-то он. О, витриой. Это рисунок, что он означает? Какая прелесть. Давай посмотрим. О, какой. Видел? Сокращение латинской формулы визита интериора террея растификандо инвенис оккультум лапидем. Понял, я умею читать это самое на латыни. Что в переводе означает «посети недра земли и очищением обретешь открытый камень». Это максима заключает в себе всю суть алхимической философии, которая состоит в изучении природы окружающих нас элементов и их возможной трансформации. А еще эта аббревиатура дала название серной кислоте, которую применяли для изменения внешности. Витриол. А, витриол, нифига себе, для изменения... А, веществ, внешности, я что-то не то не понял, решил перечитать. Внешность, веществ. То есть они серной кислотой изменяли вещества. Ну, блин, ну, как бы... Такое себе. Это как, типа, из свинца получить золото, да, все дела. Как там уже было какая-то, да, такая тема, что этот... Да Винчи, он тоже был типа алхимиком, всякие темы изобретал, и был алхимиком. И он из свинца пытался сделать латунь, потому что латунь тогда был очень дорогой, этот самый металл, сплав, или как это правильно называть. А он, по-моему, получил золото. И я не помню, так, или он сразу хотел получить золото из свинца, я не помню. Опа, кто вы? А ты кто? Магистр Лаврентий, не подходи, ты можешь заразиться. Луга, здесь. К нам пришла инквизиция. Мы потеряли все. А я ничего не могла сделать. Я, да, разумеется, они пришли за ним. В жилах вашего рода, в вашей крови течет страшное проклятие. Вы с вашей матерью пытались замедлить его действие. Но после надлома процесс ускорился. Ты должна защитить его, Амиция. Продолжить дело матери. Я? Но как? Мои родители пытались его защитить, а теперь они мертвы. Отстань от меня. Психанула она, видишь? Они здесь. Крысы опасные, но действуют хаотично. А инквизиция, они будут искать его непрестанно. Нам нужно исчезнуть. Отправляйтесь в Шато Домбраш. Звучит хорошее имя. Лукас, сходи в сарай, тебе нужно закончить эфир. Игнифер. Не утомляйте себя разговорами, я все сделаю. Жаль, что ваших родителей постигла такая участь, но теперь вы не одни. Нужно поспешить. Помогите мне сделать Игнифер, он защитит нас от крыс. Пойдем, Гуго. Не надо здесь оставаться. Тоже такой, руку вот... Ну что, ну блин, ну психанула, ты-то ни хрена не понимаешь. А у нее-то вообще, блин, у нее в башке там херня, она вся на измене, блин. Ой, что-то я там пропустил. Короче, можно ее понять?
Короче, понятно, с дедушками поговорили. Вот здесь что? Так, я найду способ отвлечь, конечно. Ого, окорок. Отлично, это самый способ отвлечь фонари. Отлично, давай. И разбить фонарь. Смотри. Круто. Брррр, побежали. Все, пойдем. Все, Гуго, давай мне руку. Нет. Хорошо, не отходи далеко. В порядке, мы прошли долгий путь. Так, 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 идем в сарай. О нет, они вернулись. Они повсюду, нужно дойти до конца сарая, нельзя уходить без Игнифера. Иначе как мы... Ой, прыгнула такая, ой, смотри. Так, да чё, как, да понятно как, чё, о, смотри. Сундук-мундук. Так, веревка 9 из 12. Так, слушай, я единственное, что сейчас... Я взял веревку. Я еще... А, там все, там крысы, там не зайти. А, зайти можно здесь. А, там тоже не пройти, наверное, да? Я просто хочу улучшить что-нибудь. И, наверное... Да, там все, там уже все заполонили. А, подожди. А, он там, да, верстак, а там крыса. Ну ладно, все, хорошо, не будем ничего делать. Гуга, видишь, сам может нормально все без меня ходить. Еще он там все это, руку, руку. Вот, все нормально. Где он вообще? Вот он стоит, нормально стоит. Ну, короче, тут понятно, берем зерно, зерно. Это поможешь? Это поможет? Понял. Позволь, я помогу. Мы будем его кормить? Можно и так сказать. Ну да. Да, пора кушать, свинка. Ням-ням. Глупый мальчик, блин, реально вообще. Не, ну понятно, ребенок там игры, если он не понимает ничего, как бы, да, всю ситуацию, как бы не задумывается, но все равно. Вот так. Жуй хорошо, а то животик заболит. Да, болит, да. Так, так, я закрою. Пошли, выходим. Он закрывает ворота. Нам нужно, короче, забраться. Ну, короче, я думаю, все уже поняли суть, да? Вдоль стены есть лестница, идем. Юга? Юга, слушай. Гуга, слушай, Юга. Гуга, слушай, ты можешь... Еще сундук. Во! Понабрали. Come on, get up there. Надо залезть наверх. Гуга, мелкий засранец, блин. Гуга, надо... Гуга, не Хьюга, а Гуга. Yes. Hugo. О, Свет, да, Гуга. Отвернись, пожалуйста. Why? Почему? Ну, потому что сейчас будет... Трэш. А как открыть ворота, я что-то не понимаю. Я думаю, суть все поняли, что здесь, да, сейчас будет происходить. Уберите детей от экранов. Так. 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 Как ворота-то открыть? Мать-и-тить! Мы не открыли ворота. А как ворота-то открыть? А как ворота-то, блядь, открыть? Ворота-то, блядь, мы не открыли. И чё? Стоп, нет, стоп, я что-то не понимаю, Камни, у меня есть. Так, что нам надо сделать? Нам нужно открыть ворота. Как нам открыть ворота? Вопрос не что нужно, а как. А! Не спусти... Ну да, не спуститься. Так, чё-то мы налажали тут. Так, все нафиг стойте здесь. Мне кажется, надо спуститься, открыть опять. Ну, ворота закрыл, парень. Все, мы, блин, мы сломали игру, по-моему. Надо открыть там ворота. Загонный, загон открыть. Не, хер тут не пройти уже, все, слышь.
Просто я подумал, то есть свинью мы привели, там нужно открыть загон, а так как свет, они не побегут сразу на свет. А потом мы такие уходим, оставляем свинью, свет горит. Или просто, может быть, надо просто погасить свет, они сами доберутся, да? Смотри. Нет, Амиция, что ты делаешь? А, ну, короче, да, мы не открыли ворота, но они и так нормально справились. У нас нет выбора, Гуга, нам нужно отвлечь крыс. Все, бегом. Это ужасно, ты такая же, как остальные. Ну, конечно. Гуга, другого выхода не было. Конечно, я как остальные, но... Остальные мечами тебе по башке бьют, как бы, понимаешь? А я такого еще пока не делаю. Но, как бы, все может быть, знаешь ли. Гугишоныш. Гугишоныш мой. Так. Спускаемся вниз. Тут это лаборатория. Прикольно, да? Это не просто лаборатория доктора. Мой учитель, прежде всего, великий алхимик. Ты же Амиция, а Лука... А, я Лука, давай я тебе кое-что чипца покажу. Только нам понадобится, блин, здесь найдется немного и того, и другого. Скажи, как найдешь. Короче, нам нужно что-то там. Ладно, спирт и сера. Он говорит, я тебе кое-что покажу, но нам нужно спирт и сера. Ты здесь найдешь и то, и другое. Why am I not ill like Laurentius? He was bitten by a rat. Demons. You weren't. And is he going to die? He... I'll do everything to make sure that this doesn't happen. This oven... It must be what they call an athanor. Короче, он говорит, а что это такое? Я такого никогда не видел. Он говорит, это типа... Тут алхимики... Всякие штуки там делают. Ого, как здорово. Говорит, а почему я так не болею, как твой отец? Или как, ну, или наставник он ему, вот этот дедушка наверху. Он говорит, его укусили, говорит, а у тебя типа другая проблема, тебя не кусали. Левитер, что у нас тут? Левитер экстрактом сик. Латинский. Даже я могу прочитать, а ты не можешь. Эх ты, займиться. Плохо училась, наверное. Все по лесам да с прощой бегала. Ну ладно, все мы собрали. Держи лук, Лука. Отлично, Лука. Теперь их надо смешать медленно. Это не опасно. Ладно. Теперь можете готовить игнифер. Зажмите RB, чтобы открыть меню выбора. Короче, вот такая штука. Она поджигает угли. Она поджигает, в принципе, все. Но не крыс. То есть мы можем дерево, угли и так далее разжечь. Она требует ингредиентов, как ты видишь. Короче, начинаем тратить ингредиенты. Чпеньк, сделали. Ёптить. Крыса. Нет, мы застряли. Короче, хватаем эту хрень. Цель уцелиться в угли в центре комнаты. И, короче, вот нахуй, короче, добегаем пользоваться. Оба. Селитра, порох и все. Ого, загорелось. Я правда это сделала, как настоящий алхимик. Да, твоя смесь просто идеальна. Видно, ты следовал талант. А значит, знаешь что, давай, блин, я изготовил другие снаряды. Это тебе пригодится. Здорово, спасибо. Я закончил с микстурами, нужно возвращаться. Амиция, тебе придется идти первой. Ой, бля. Как же быстро... Тебе придется идти первым и побежал. Первому так первому, хер с ним пошли. Короче, мы можем теперь поджигать тут все. Все, ну. Крысы, назад! Ну, короче, опять выбираем. Берем. Только не взорвись прямо у меня в руках, в натуре. Сначала ты. Потом я. Луку. Луку. Как правильно вообще? Лука. Лука. Луку тогда получается оставим напоследок, пойдет последний. Так, выходим. Так, там их много. Я расчищу нам путь. Так, отойди, сейчас в глаз тебе здесь селитры попаду. Поехали. Yes, of course. Идем сюда. Да, конечно. Come on. Ну же. Ну давай ты быстрее. Отстань от меня, Гуга, насчет того, что я тебе сказала. Я просто захотела... Все, некогда, ребят. Амиция, крысы. В
В доме совсем темно. Нет, нет. Магистр, рука, стой. Ой, что-то я там не успел. Аламбуки. Берегись. Все, короче, там спирт. Сделай что-нибудь. Нужно уходить сейчас. Магистр, эй, постой. Ты нужен нам. Смотрите, лошадь. Понесли. Пора уходить. Гуга, Лука. Короче, вот эта штука горит быстро. Вот, я говорю, сено. Вот, видишь, какой это? Нужно быстро бежать, пока оно не сгорело. Оу, стоп, быстро эту херню берем. Давай. Бамс, готово, погнали. Дальше. Бамс, готово, погнали. Очередное. Погнали. Мельница, красивая мельница. Ждем. Нет, уже поздно, все, ждем. Сейчас она прокрутится. У нас нету игнифера. Сделаем игнифер. Подожжем вторую, чтобы была больше площадь у нас. Вот теперь погнали. Жесть. Горящий игнифер. Ооо! Нет, нет, беги, беги. Да-да-да, чуть я расслабился. Японский городовой. Давай, 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 давай. Вот! Вот, блядь, нехер полево, вправо смотреть. Ну ладно, сейчас мы четко подвижем. По прямой не буду рассматривать все это дело. Бывает. Я же говорил, не получится. Не помирай, здесь пройти, здесь все. Все до секунд нужно рассчитать. Погнали. А, вот, понятно. Не-не-не, давай вот тут вот покажу. Я вообще тогда в тот раз... Чё так мимо ты целимся? Первый раз я вообще одну поджёг и спокойно. За шкварку кидай туда и попутай, все. На самом деле крысы очень хорошо плавают, и вот эта им херня им вообще по барабану. Прыгнули бы, догнали на лодку, блин, и как ни хер делать, друг по другу побежали. Глава 5. Падаль. Падали, падали, падали снег. Снег кружится, летает и падали. Чё ты меня на музыку пропёрло, ну ладно. Лука. Лука. Yes. Да. What does he have? Что у Лукас? Что у него? Blood? Крови. There's an old story. Это старая история, и повествует она о Прима Макула. Алхимики называют ее первоначальной порчей, и она скрывается в крови некоторых семейств, никак не проявляя себя. Но произошел надлом, и Макула проснулась в крови Гуга. In Hugo's blood. But
А что с ним, она с ним сделает? Макула не знает добра и зла, она изменяется вместе со своим носителем. Чтобы изменять все, весь мир вокруг. Твоя мать вместе с Лаврентием пытались помочь твоему брату. У них ничего не вышло. Я думаю, они просто не успели. Вот и все. То есть суть такая, что это макула в крови, то есть она ничего не делает. То есть это зависит от того, что будет делать сам человек, то есть что он будет как бы пользоваться этим. Гуга, просыпайся. Давай, Гуга, отсюда мы пойдем пешком. Ты хоть согреешься. Если идти вдоль акведука, доберемся до шато Домбраш. До темноты. Что это за шум? Ничего особенного, просто лягушки, Гуга. Лягушки? Кажется, ему стало лучше. Очень на это надеюсь. Эй, лягушонок, сколько же их? Вот так, парнишка лягушек видит. Смотри, они везде. Давай здесь немножко пошарахаемся. Прыг-прыг-прыг. Эй, вернись. Aren't you cold? A little, yes. Тебе не холодно? Немножко. Кажется, Гуга не жалуется. Ну, он не дает себе замерзнуть. Да, но как по мне, он отошел слишком далеко. Далеко, да. Блин, мы бежать не можем. Я просто смотрю, может цветы еще что-то. Ха-ха, прыг-скок, прыг-скок. Прыг-скок, прыг-скок. Прыг-скок, прыг-скок. Hugo? Ну что-то вроде здесь ничего нет. Гуга, ты куда? Вот куда? Вот куда он в натуре он убегает? Ну я не могу понять. И куда вот он? И чё? Гуго! О! Смотри. Камень. Hey, look, I'm a knight. Эй, смотри, я рыцарь. Where did you find английский щит, ты где его нашел? Там валялся. Слушай, Гуга, положи его, это не игрушка. Это очень для детей, она говорит. Ох, какая же ты скучная, ладно, пойдем. Чувствуешь запах? Ох, ну и вонь. Да, жуткая вонь. Уж здесь ничего нету, там меч не взять, ничем. Знаю, что нет, но тем не менее. Подожди, мне интересно стало, смотри, это я прошел там, а мог бы пройти здесь. Интересно, если бы я прошел здесь, Гуга бы выскочил от меня щитом. Это может быть еще одна ачивка, там, как и в этом, где он убежал в деревьях прятаться. Может быть, если бы прошел здесь, он тебя бы там стоял, что-то смотрел и не вытащил бы этот щит. Интересно, ну ладно, хер его знает. На сюжет это никак не влияет. Так, прямо мы пока не пойдем. Подожди, вот сюда вот хочу заглянуть, что здесь какое-то ответвление, не помню. Эй, что делаешь? Подожди, стопудово туда надо. Блин, что-то я заплутала. Нам сюда надо? А, нет, все, смотри, просто сундук. Отлично, нашли сундук. Кожа, отлично, отлично. Уже здесь ничего нету случая. Там-то еще что-то. Да, смотри, новый цветочек, отлично. О! Ну это как называется, рассказывай. Они такие красивые. Как они называются? Лилии, что ли? Шпажники. А, точно. Они тебе не нравятся? Это нехороший знак. Гуга, это просто цветы. О, еще один нашел. Прикольно, прикольно. Погоди, я хочу кое-что посмотреть. Давай, загорайся там, где-то кнопка. Да. Вот, цветы, смотри, прям по порядку. А эти подарки мы вообще, по-моему, все просрали, короче говоря. И эти все по порядку идут. Видишь, ну один мы пропустили, короче. Что-то мы где-то потеряли. Ну ладно, хрен с ним. Это не столь важно. Идем обратно.
нашли сундук, нашли цветок. Мы крутые, мы молодцы. Все. Вообще, давайте сделаем перерыв. Мы уже играем 3 часа, что я уже как-то забылся. Трехчасовое прохождение, это, мне кажется, жесть. Вот. Поэтому все, давайте оставим все остальное на потом. Продолжим с этого места. Будем смотреть прохождение приключения Гуго, Амниции и Луки в следующей серии. Все, спасибо, что смотрели. Пока, до встречи.